Чё? А, музыка, да, окей. Сейчас я... Сейчас мы сделаем все. Эй. Так, здрасте, здравствуйте все. Мальчики, девочки. Девочки. Ну, вообще чума, здрасте. Девчульки, вы как вообще в целом, в общих чертах, как у вас дела? Ну, то есть так, чтобы, ну... Ну, как бы в общем, вы мне сразу ответили, как вообще в целом у вас дела? Ну, я знаю, что вы соскучились, я знаю, что сейчас, господи, боже мой, он наконец-то пришел, наш любимый, наш дорогой, о боже, это идет, ай, слезы, девки лифчики сейчас подкидывать начнут. Пацаны-то, я не знаю, там трусы или что там подкидывать. Короче, тоже что-нибудь начнут подкидывать. Всем здравствуйте, ребят, всем здрасте, здрасте, правда, рад очень вас видеть. Я по вам, блядь, соскучился очень сильно. Если вы сегодня, короче, очень хорошо протопите на стриме, то кинчик вам обеспечен сегодня. Сразу говорю заранее, чтобы вы просто вы знали и в курсе были. Но это не точно, вот. Патренто, хай, хай. Тили-тили, трали-вали, да, ребята, мы все лето проебали. Скоро в школу, скоро в институт, нас там точно отъебут. Приношу свои извинения. Это просто был фристайл. Практически рэп. Понимаете? Просто как бы взял и рыпанулся. Ну, немножечко. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, извините, извините. Все-все-все-все. Извините, пожалуйста. Извините, я не хотел. Нет, хотел. Вот, на самом деле, ребят, соскучился. Правда, соскучился по вам. Сегодня докладываю. Значит, докладываю. Значит, сегодня приезжал, знаете кто ко мне? Знаете кто? Не знаете. Сашка приезжал с дымоходом мне. Дымоход, сколько стоит шмот? Короче, очень-очень-очень интересное интервью взял. И не только хату мою показал, все, кто не видели, посмотрят. Но еще и очень-очень-очень на много вопросов ответил. Такое, знаете... Получилось очень интересное, развернутое интервью. Даже, знаете, что-то очень близкое к Мисс Марпл. Очень много инсайдов таких вот от себя рассказал. Короче, будет очень интересно посмотреть. Вам без всяких байтов, без ничего говорю, как есть. Значит так, у нас есть хорошие и не очень новости. Во-первых, мне нужно достучаться до Анатолия. Анатолий! Анатолий, Анатолий, о, а там вот такая вот висит. Значит, так, не вижу Анатолия. А где Анатолий у меня? Анатолий, Толя, Толя, вы ювелир. Так, сейчас мы посмотрим, где Анатолий? Анатолий уже стримит? Че стримит, че не стримит, не бачу. А где, где Толяныч-то? Сегодня играем против девочек. Вы сейчас увидите, против каких девочек мы сегодня играем. Вот вы реально охереете просто. Я вам без шуток говорю. Шанс на проигрыш, ну, без байта, без всякого прикола, говорю, шанс на проигрыш, ну, где-то 80 на 20, что мы проиграем. Короче, скорее всего, мы засадим сегодня эту катку. В прошлый раз они играли, они проиграли вообще в глухомань просто. То есть их прям вынесли вперед ногами. Значит, играет там у нас Касперовская. Играет у нас еще девчонки. Я, блядь, их не знаю. Мы сейчас будем знакомиться. Я правда, может быть, я кого-то знаю. Просто я когда начал у Толяна спрашивать, он говорит, у этой 10-й левел фейсит, у этой 10-й, блядь, у этой 9-й, у этой 7-й. Я говорю, подожди, Анатолий, я не успеваю. Да, вот так вот. Примерно так оно и было. Поэтому, ну, как-то так. Как-то так, понимаете? Вот, поэтому спасибо, спасибо огромное. Ух, ничего себе, это косарь лосей сразу навалили. Но я уверен, мы с вами сегодня... Я буду стараться. Я правда, я знаете, как сейчас буду? Я сейчас буду вообще по-жесткому, серьезно. Блять, прям по-жесткому. Я, правда, не разминался нихера, но... Может, поразминаться, типа? Ну, типа, знаешь, создать вид, что я киберспортсмен. Прокатит это, интересно, шляпа или нет? Ты разыгран? Я обычно к пятой разыгрываюсь, брат. Я к пятой становлюсь просто богом. Когда стрим офую, там просто... Там такие навалы летят, понимаешь? Просто жесткие, реально. Слушайте, смех смехом, надо реально, блядь, пойти немножко пострелять. Хоть вообще, хоть вот вспомнить.
вспомнить вообще, куда стрелять, как стрелять, блядь, хоть что-то, понимаешь, вспомнить. Пойдем с тобой вспомним. Потому что мне так кажется, сейчас мы такого глубокого с тобой возьмем. Но мы не хотим глубокого. Глубокого очень страшно. Страшно, блядь, очень страшно. Так, давайте поэкспериментируем. О, кейсик. Нахер тренировку пойдем открывать у Габена. О, Лас-Вегас. Так, сейчас я тебе экранчик нормально сделаю. Оп. Оп. Вот, пожалуйста. Давай. Статрек. Хуета. Сейчас посмотрим, сколько на торговой площадке стоит. Я чувствую, Габен сегодня навалил. Да, 46 рублей навалил, 180 за ключ взял, 46 навалил. Пошел себе бургер купил. Так что как-то так. Так, что у нас, Анатолий? Я успею размять, ну, как бы, так скажем, скилл? Поставила, я не понял, блядь. Так, ну-ка сейчас зайдем. Анатолий, короче, кричит. Я знаю, что он, если что, покричит. Я знаю, я верю в это. Я верю. Я верю в эти, в чудеса, блядь. Надо реально быстрее пойти размяться немножечко, да? Пойдем на дедус разомнемся с тобой. Потому что, ну, все будет очень плохо. Я... Привет, свеча, ничего себе. Ой, здрасте, здрасте. Здрасте, мальчики и девочки. Да, я сегодня весь день на съемках. Я сегодня такой классный, такой крутой, вообще просто. Unreal-able, сегодня интервью меня взяли. О май гад, был так неожиданно, так приятно. Так что как так? Инвент топ? Нет, инвент у меня уже наполовину распродан. Я, может быть, скоро еще опять буду собирать. Это не точно, но возможно. Так что как-то так. Я, бля, я не знаю, кто такая Кэнди. Если честно, ребят, я что-то подвыпал немножко из CS-комьюнити. Я не знаю, кто эта девочка. Мне сказали, что она хорошо играет, и она безумно красивые эти у нее, как их, эти, помнишь... Как их? Слово есть. Как оно? Блять, какое-то слово такое, знаете, какое-то. Ну, эти, как их? Ну, ты понял. И вот, глаза, да, слово просто заморское. Вот, глаза, да, очень красивые. Сказали. Бам, бам, бам. Ну, как, кстати, даже фильм можно снимать, кто-нибудь такого. Чё, блядь? О-о-о! Я бы сказал, с кем я недавно фильм снимал, но ладно, я не буду. Я сегодня культурный. Смотри, смотри! У, сука! Ясно, стилер. На, нахуй. Сразу говорю, ребят, у меня 8к ММР. Мне вообще без разницы. 8к ММР. Просто вот так вот выходишь, смотри, оп. Я... Называйте меня сегодня Леха Вантап. Просто, хорошо? Просто можете меня смело называть Вантап. Просто даже без Лехи. Просто можете Тап или Вантап. Тут, ну, без... Вот, видите? Вопросы имеются. Какие-то вопросы есть, нет? Просто, ну... Лаги были, сразу видно было. Тут немножко пролагнуло. Здесь тоже вы видите, как бы то, что... Похоже, нихуя там не поднимается. Пожалуйста, вопросы. Молодец. Я понял. Школьники, рамсятся. Все в напряжении, школотроны, скоро школа. Будет школа, я скучаю. Раиса Степановна, я не хочу. Надо, Вася, надо. А записки с галубками. Все летят. У, сука. Какой тебе 19? Заткнись, школьник! Блять, почему тут женские голоса путаются школьниками? В чем измеряются колготки? Быстрый ответ, сука! А, 76 дэн, блядь. У, сука. Ладно, хуй с тобой. Он не со мной. Блядь, походу реально девушка.
По ходу дела. Ничего себе, видели? Мы слушаем. Да завали его, сука, долбоеб, хуй ты пиздишь. Как я поэтому скучал. Как я скучал поэтому. Как я скучал, я столько не играл в КС, и мне, вы знаете, я чувствую, ну что-то не хватает, вот оно, вот они, лучи добра. Го один на один на топорах за гаражами, чё засал? Школьник, блядь, вопросы? Мне похуй, я не засал. Давай, давай, го, на топорами завтра, блядь, после школы. Не, ну, блядь, проблем, ты... Ну все, понятно, он слился, до свидания. Сливается. Да все понятно. Девочка даже посмеялась. Девочка, посмейся, пожалуйста, подержи меня. Спасибо. С белочкой, блядь. Я смотрю, вот тут клуб шутников и долбоящеров. Блядь, я слово долбоящер последний раз слышал, я не знаю когда. Только нихуя не Comedy Club. Да дома. Да дома. Хюлечка каретный, бля. И стёки. Ёбаный насёс. Ебать ты баклажан, блядь. И, блядь, сука, тут на разминке контента больше, чем за весь стрим порой. Да, отстань от меня! Ща, блядь, ультану. А я могу. Хюлечка, да расслабься, нормально все. Братик, нормально. Адрес боится дать, записывай, сука, записывай, блядь. Записывай, сука. Я тебя, блядь, разъебу нахуй. Ой, блядь, как знаете, как бальзам на душу, зашел, блядь. Зашел в каточку, зашел. Ну что ты, блядь, сливайся, записывай, сынок. Ты чё, охуел, что ли, ёпта, пиздючок? Слышь, блядь, сыночек, нахуй. И банечек свой, блядь, прикрой. Спасибо, нахуй. Вопросы есть, вопросов нет. Поздал, поспринял, нахуй. Тишина, блядь, в катке про... Папа... Батя в катку зашёл. Заебись. О боже, блять. Твою мать, можно в зоопарк не ходить. Затих. Обстановка по кайфу. Он опять сосет хуй, блять. Но ему все нормально, ему не привыкать, потому что долбоеб. Юморист, блядь! Разрывной, блядь! Блядь, как я по вам соскучился, долбоёбом. Ёб твою мать, а! Как я, блядь, по вам скучал. Боже мой, блядь, слеза сейчас скупая, просто она... Чё, охуела дура. Слеза, понимаете, слеза. Кстати, реально, вот это тело, по-моему, с чем-то играет. Я до конца не уверен, но, по-моему, да. Ага. Ну, конечно, блядь.
Ну что вы там, блядь? Ну что ты, щенок? Обстановка. По кайфу. Мы с тобой кайфуем. Все, я потренировался. Алло, бля. Пиздец, это знаешь, как в Counter-Strike зашел, и мутация началась. Из человека в урода, блядь. Прошу прощения, ребят. Прошу прощения, мой пожилой организм дает сбой. Просто деградация, блядь. Извините, пожалуйста, извините, я не хотел. Нет, хотел. Так, ну что, где наш главный виновник торжества? Блять, мы куда мы заходим? Дискорд? Чиник. Алло, алло! С Алексеем тоже. Здравствуйте, Алексей. Я тут как раз рассказываю девчонкам, что у них есть небольшие шансы на победу. Юморишь, блядь! Так, понятно. Здравствуйте, здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки, особенно девочки. Алексей, как здорово, же наш здорово. План о том, чтобы показать им писю и чтобы задизморалить сразу? Нету лучше женской писи, чем машина Митсубиси. Продолжаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я готов, Толь. Я тебе сразу говорю, я тренировался просто как, блядь, просто как бог, понимаешь? Сразу тебя предупреждаю, потому что, ну, чтоб не было вот этого, знаешь, ой, боже мой, вот эта девочка сейчас начнет, мы не знали, с кем мы играем, блядь, не надо, пожалуйста, только не туда. Давайте просто сразу вы смиритесь с поражением и не будем время терять. Пойдемте просто в коллежку где-нибудь сядемся. Давай, да, не будем, тихо. Сейчас Олег пойдет в женскую команду, по-моему, слышишь? Я могу из-за девочек сыграть, а я и не против, как бы. Я паричок сейчас накину, за своих сойду нормально. С собой. О, паричок, так. Меня с собой сразу. Понятно. И в итоге просто мы поменяемся комнатами. Так, а ураганчик создашь, пожалуйста? Ребят, если что, за нас играет Лапард. Олег Кофе, Кэнди, Джелина, Каспировская, Следователь, Ураган, Ангелина и я не ебу, кто еще. Ну, короче, кто-то еще играет. Играем 5 на 5. Да никто не зайдет, я тебе говорю, здесь все свои, здесь правда же никто не зайдет. Вот, смотрите, если будете заходить, чисто случайно зайдете за нашу команду. Давайте сейчас 63 тысячи на пятерых, нормально, у них патронов не хватит. Слушайте, Анатолий, вы могли бы сказать, я как опоздун, да, я просто ждал звонка, надеялся, верил, но вы, да, в пизду. Мы на что играем? Скажите, на интерес или как всегда? На интерес. Как всегда, это как? Так. И как бы это... И мы тебе ссылочку скинем сейчас. Короче, ребят, девчата, мы играем... у нас призовой фонд 1 миллион долларов. Вот, как всегда. Ну, как обычно, да. Да, вот. Но это в случае... Слышишь ты, Ламантин, блядь. На Ютубе, да, который там сидит своими пальцами кривыми, вот этот «Че пиздишь, а?» который вот этот вот мне трансляцию сейчас крашит. Смотри сюда в глаза, блядь, в глаза смотри, сука! Ты мне трансляцию не закрасишь, понимаешь? Не закрашишь, не закрашишь. Я знаю, кто ты, я знаю, где ты живешь, блядь. Я все знаю, я все знаю, я все знаю, блядь. Я все про тебя знаю, сука! Хватит трансляцию мне офать, падла, блядь. Отсосешь. Ничего у тебя не выйдет. Продолжаем. Извините, я просто должен был поговорить с администрацией Ютуба. А у нас этого чата нет, наверное. Сейчас я девчонкам выдам роли. Сейчас. Да, подожди, Толя, нет, в чатец не надо, там же столько людей. Толь, а как там фасткап, да, в гугле писать? Да. Тихо, ну что вы начинаете, блядь? А все шансы на победу. Команду на этот, да, чтобы... Анатолий, на все пизда! Я готов. Куда нажимать, Анатолий? Сейчас вот, Among Us, здесь есть чат в нашем Дискорде, вот туда скинули ссылочку.
Сосалось? Сейчас, подожди, мне тоже надо будет сосаться. Я бы сейчас, кстати, в... Не надо, тихо, давай не будем. Я сейчас выпил, если честно. Ты 1.6 создал, а не CSGO. Это 1.6? Да. Да. Ну, там тоже есть шансы. Не, ну погнали 1.6 тогда. Куда бросили-то вообще? Артём, подожди, сейчас нам все скажут. Там слева сверху есть типа CSGO, и там нажимаешь, уже создаешь. Понимаешь, нет, что они уже доминируют над нами. Да, давайте лучше кто-то из вас. Блин, ну все, ну даже здесь заруинили, посмотри! Ну подожди, я не вижу. А, все, я понял. Сейчас отдам, сейчас отдам, нормально. Думал хотя бы, мы как хозяева, понимаешь, принимаем свой гость, свое лобби. Сейчас будем как хозяева. Толя, как всегда, все в говне, Толя, блядь, все в говне! Толя, так, ты можешь познакомить? Хотите писать Pussy Power? Pussy Power. Это, Толя, а ты можешь познакомить с дамами? У меня просто ребят... Ай, ну давай. Ты знаешь, и твой чатик уже знает. Знаем, да, Амила, да. Амила представит дам дальше уже. Найс. Слушай, ну смотри, Мила, понятно, она, да, она слабенько играет, это мы все знаем, да. Какой там, 10-й, чи какой, 20-й левел фейс? Так, дальше, смотрите, Касперовская, это понятно, это сразу до свидания. Это Касперская. Неважно, блядь, это я ее Касперовская. О, сосать! Вот госпожа Кэнди, мне все говорят. Кэнди, это... Кто все говорят, я вообще... Ну все в чате говорит. Говорят. Я не играю вообще в КС. Она первый раз зашла, то есть вот я не играла ровно месяц, я зашла поиграть. Анатолий, мне кажется, нас выебут. Among Us чат, там на ссылочку урагана давишь, и вот пароль вписываешь и заходишь. Только за правую команду. Новая. Нам пизда. Они все играют, там я вообще хз какой левел. У всех там 20-й, 30-й. Толя, я жду пароль. Теперь просто посмотри на наши аватарки и на них. Ты мне скажи. Нормально. Моя пароль. Какой пароль? Там так вот вон ниже, написан, вот. Там ниже ссылки прям. А, да? Там 1-4-5-6-7-5, да. Артём, я прошу прощения. Одинёрок, я можно понял. Пояснительную бригаду? Я просто на фасткайпе. Так стоп, я что, одна не вошла, что ли? Смотри, Лёша, вот в нашем Дискорде ты открываешь чат Among Us. Видишь? Чуть ниже КС. Да, да. Вот ты нажал, и там... Подожди, чат, подожди. Я где-то вижу. Ну хватит, ну, блядь. Ну сейчас, открыл. Так, открыл. Так. По ссылочке. О, так. На плюсик на правую команду жмешь. Как? Чего? Плюсик, у тебя плюсик. Там плюс. А может быть он просто... Может просто он долбоеб? А ты зарегался? Ну, да. ты вошел? Да, я через Steam вошел, да. А, ну все, видишь, там плюсик. А где плюсик-то? Ну вот смотри, ну, ты ссылку. Блять. Ты ссылку нажал, Among Us, которую. Я последний раз, я чувствую, мне позвали, блять, куда это. А, вот, нашел! Тихо, плюсик. Войти. Тихо. Да. Блять, я опять последний, сука. О, это я. Нормально. Блять, а почему ник такой? Блять, в смысле, блять? У меня в Симе не такой, алло! Это 20 сантиметров? Серьезно? Ну, вообще-то... Кто в это поверит? А кто будет упрашивать? Чекай директ сегодня, блядь. Так, блять, Толя, у нас опять все, блять, опять все как всегда. Все командой накрылось. Так, а кто не зашел из девочек? Я не зашла. Так, сейчас, ну, девчат, мы вам желаем удачи, на самом деле, потому что удача вам понадобится. Да, вам удача. Удача им даже не поможет. Чекай счет. 16-1, Толь. 26 миллионов 300 будет. Господин Кофе, а вы когда последний раз вообще в КС заходили? Полтора месяца назад.
Брат, я такая же хуйня. Да вы издеваетесь. Вот так и живем. Сейчас все красиво будет. Я сделал команду, думаю, ну все, все ребята играют. Я так чисто изумруд, блядь, как говорится. Сейчас они покажут Кузькину мать. Я так на подсосе, на потанцах буду сидеть играть. Ага, получается, нет. Кто пишет 2,5 сантиметра? Бан сразу. Сука. Простите. Лёд зашла, написала. Бан, блядь. Так, готов к игре? Жмите. Готов. Да, let's go. О, Лапард. Вы устанете его качать, мне кажется. Мы просто для себя приколы сделали. Ураган. Это исключение или то, что мы... Это исключение. Давайте дедас сразу. Давайте сразу первые три карты сыграем, дефолтные. Давайте, давайте. Просто сразу дедас, да. Я нюхал, бро. Да нет, тут бан, тут бан. Да, последние четыре карты убирайте и все. Последние четыре, да-да-да, и начинаем с Даста, пожалуйста. Ну сейчас мы присоединимся и... Так, что у меня? Вертига. Акцент банить? По комнатам. Сейчас будет вертига, проверяй. Да, забаньте эту зелень. Сейчас кто-то пикает. Пикаем сейчас? Да. Пикайте. А или на вычеркивание карт. Подожди, а я с минус. А, ну все, супер, три карты. У меня до сих пор не выходит сантиметров из головы. Да, нифига. Так, тихо, давай, Анатолий, не будем. Мираж инферно, понятно, нам конец, блядь. Я вообще мираж не играю. Кэнди, чекай, зря смеешься, блядь. А я, ну я жду, давай кидай чушь. Так ты сейчас кинь, может, у меня мотивация будет проиграть. Не-не-не-не, ты, мать, проигрывай, я тебе дропну, блядь. Проиграть, блядь. Проиграть, блядь. Как в душу плюнули, блядь. Просто взяли и плюнули. Так, ладно, девчонки, вам удачи. Давайте тогда по своим комнатам. А мы, соответственно, с пацанами сейчас будем обсуждать, как говорится, эти вот планы на выигрывание. Значит, мужики, нас ворот ебать будут. Да, бля, подожди, ураган, мотивирующая речь была, блядь. Ты представляешь себе последнюю битву вот этого вот во Мстителе? Да, сейчас ебать будут, из порталов выходят, прям на хуи садятся. Как голландский штурвал. Ребята, стрим не завис, просто у меня экран CSGO. Так, а как тут прыгать? Пробел, да? Все нормально. Ну все, уже разносит, смотри, уже разносит. Хули вы спамите экран, игра еще не началась, ёб твою мать. Вот сразу узнаю вот аудиторию Counter-Strike. Не началась еще игра, нечего смотреть. Блять, пустой экран, сука. Лёг, ты настроен на победу? Блять, ты сейчас со мной вообще разговариваешь? Конечно. 20 лет в КС, это тебе не шутки, блять. Блин, мне... А нас, девочки, сейчас не слышится? Ураган, уходим, слышишь? Мирно уходим. Резко, пойдем, давай. В глаза смотри. Как в Пикапар, да? Я сзади зайду, смотри, в крысу сейчас убью ножом. Давай. О, бля, мне плохо. Нормально, это всего лишь 10 уровень фейсит. У этой меньше всех, у этой 2000 ела. Я смотрел профиль. Поэтому она вышла вперед. Стой, у кого меньше всех? 2000 ела у самой меньшей? Да. Ты, блядь, кого позвал, дядь? Ты же ебанул совсем, что, блядь? Лёха, помнишь? Ты адекватный не человек вообще. А давай кибератлет позовем, а я такой-то, не, надо сбалансить. Короче, да я, блядь, пошутил! Правильный ответ был, да. Давай, вот правильный ответ был. Ну, не, нормально, у нас... Бля, нас же выебут. Слушай, их надо как-то задизморалить, блядь, надо ход конем. Так, восклицательный знак. Вот, давай писюн кину, вот сейчас самое время. Дикпик. Есть, кидай. Лиззи вообще. Есть что кидать, нет? Что там, надо написать? Да. Восклицательный R, да? У нас капитан есть в команде или нет? Кто колет игру будет? Коля. Ну, ура. Коля? Какой Коля? Коля. Оле! Ола! Давайте Коля будет пикать. Если что, это, как говорится, Коля во всем виноват, во всей хуйне. Лех, надо R прописать. Да что ты, блядь? Ну, какой ты умный, блядь. Хуя себе. Это очень... Мальчики готовы к игре с Олег написали. Бля! Короче, нет, заметьте, с таким настроем веселым мы точно не играем. Так надо собраться. Сразу, мы на серьезном играем?
Жестко. Нас сейчас будут! Так, а куда, на мид или на лучше? Да, на мид. На мид, нет, резать я умею. Резать я умею, ребят. Нет, они лучше. Они лом побежали. Они лом побежали. А давайте на Т засядем. Толя, доставай копье, Толя! Как так, в смысле? Ай, блядь, меня зажигает. А зачем вы сюда вообще покинул? Резавай! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, 25 сантиметров в засаде осталось, Олег гонит урага. А, не, подожди, лопат. Я умер. А почему ты умер, Олег? Ну так вот произошло. На шарту. А, да. Двое на шарту, двое на шарту, 1.50. Нормально, сейчас выиграйся. Ой-ой-ой. Смотри, показываю, я демки смотрел. Двое внизу. Смотри, смотри. Оп! Шо, сука? Попался? На! Ой, блядь, пизда. Все, два по 50 остались. Давай. Сука! Один на один засали, да, очкошники. На Дасте сторона не решает, на самом деле. Конечно, я так всегда говорю, когда проебываю. Правильно, размер не главное. Абсолютно верно. Ребята, я даю хае в бокс, смотрите. Я сразу говорю, я мид стою, хуярить буду, как бог. Го. Давай, давай, все. Остальные лонг. Олег сдержит Б, если что. Это будет Б, мне кажется. Нет. Бля, все. Мне кажется, это лонг по дефолту будет. Готов, Лапард? На Б есть, на Б есть. Это лонг, лонг, лонг. Олан Джонсон. Они стояли, ждали. Они такие предсказуемые лансы. Вообще, блядь, крейзи. Меня хотели. О, ебать, пизда. Шорт. Ух ты ж. Да ну нахуй, блядь, кофе. Там пизда. Хуя, блядь. Ну его нахуй, ливаем, пацаны. На. Катай, катай. Ой, блядь, ебало дали. Лонг, лонг, да, еще есть. Бать, у меня давление подпрыгнуло. Лонг, это, лонг, это. Лонг, лонг еще! Да я понял, но они на Б, мне кажется, поставили. Понял? Я одного и кто-то еще одного. Ураган. Мы куда зашли вообще? Ураган, ну. Тихо, ты встань, врага, ураган. Знаешь, в таких ситуациях, ураган, главное, чтобы никто под руку не пиздел, чтобы ты клатч мог вытащить, чтобы инфа была, короче, вот. А еще знаешь, когда вот мотивирующие песни? Сзади. Once more we revive! Так, нормально, ребят, собрались. Так, я на мид, смотри, я со снайперкой сейчас хуярю просто всех на миду. Давай, давай. Смотри, Лапард, только не блочь. Мы форсим уже, да? Соответственно. Вот чат красава, вот договорились заранее, что лучший. Просто дал первый open фраг мой, между прочим, за мою тиму. Так, ты... А толку? Давай, флешка вон. Флеш лонг. Еще флешка вон. Треть. Керсио лонг был. Ясно, очканули, пошли сюда. Шприц лонг. Кто? Въебало дал. Смотри, Митя. Оля, тебе плохо сейчас будет. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Пропусти. На нахуй. Начали на расслабоне. Блять, я попал, я попал. Шорт есть. Нормально, нормально. Выбиваем девайсы просто. И свои тоже проигрываем. Лагает сервер на фаске. Блять, видно было фризы. Кофе, смотри, родной, размениваю жестко. Смотри, выпрыгивай, как в демке этот. На нахуй, вопросы. Хорош. Давай, родной, давай, жестко. А не справа, смотри. Хуяк, хуяк, смотри, смотри, смотри. Ой, хорош, хорош. Ай-яй-яй. Вопросы, блять, пиздец, лаги. Блять, ну вы видели лаги, пизда. Блять, надо срочно. Я крестку не слышу, вы очень громкие у меня. Смотри, смотри, Олег, на голый ксвари, второй ползунок, просто вниз и все. Я так и сделал, да. Целится левой кнопкой и стреляешь. Так, ладно, все, собрались, мужики. Так, нормально, смотрите, мид. У нас девайсный. Мид жесткий, сразу говорю, смотри, оп, никого нет, суд, мид выходить. Это опять А будет сейчас. Лонг, топи, не Оля, я бегу, нахуй, прикрой, ураган! Да там подсади. Так, подсади, подсади, сейчас жестко разъебу. Смотри, давай, родной. Давай, похуй. Давай. Смотри, выхожу. А чё, они вообще, ну, ебальник типа, дал? План менять будет или нет? Бля, мышка села! Близко. Блядь, мышка села, да подождите, сука! Мне страшно. Я сейчас у самого яички вовнутрь втянулись. Хорош. Смотри, родной, знаешь, что сделай? Так, нас много здесь, они нас могут много. Шорт пойти? Да, они уже уйдут. Не-не-не. Все там! Стоит. А
Олежа, не умирай, пожалуйста! А все, там одна осталась, что вы? Стой, 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 живи, Лапард! Хорош! Бля, чуть сознание потерял. Толю, короче, в мут. Так ты уже мертвый был, алло! Все нормально, нормально. Все хорошо. Все хорошо. Вы понимали, я просто игру выкрутил на максимум, а дискот не поможет! Не поможет! Нихуя у тебя не выйдет. Так, я лонг взял. Гранатен! Лонг жестко мой. Мне кажется, они шорт пойдут. Мне кажется, сейчас Б будет, смотри, фиксируй. Кофе, родной, жми сразу, как, блядь, как бог. Я могу один на Б остаться, снизить, может. Давай, родной, давай, я пошел. Я мид смотрю. Отчина. Поехали. Б, я же говорю Б, блядь, я их чуял. Еще флешка на Б. Я чуял, чуял. На нахуй. Убил одного. Давай, давай, пацаны. На! Тачку убил. Ай, блядь. Убил. Она охуела так в пизды сейчас сдавать? Авик, авик, парни, авик, парни, авик. Взял, взял, я тебе хуй дам. На, родной, бери. Спасибо. Где? Не чувствую, ребят. Подожди, а, я тебя наебал, Саня. О, авик в руках, отлично. Микро свистит, извините. Заскамили. Ураган, ураган, ураган. Возьми. О, благодарю. Лучший, лучший. Мне кажется, опять там же. Лонг, лонг, лонг. Вышли. Опять? Да-да. Они лонг так и будут ходить? Одна деспаун, двое да. Вышло, двое вышло. Бля, двое. Микрофон сломал. Ну писк, как так? Шорт? Ай, блядь! Шорт, не шорт вижу. Идут. Шорт, шорт, шорт. Шорт больно будет я сейчас. Я лонг тебе смотрю. Лопарь, смотри, микрофон шорт. Сломал. Смотрю. Бомба валяется. Яйца? Что, где? Ой, хорошо. Бомба валяется на миду, я контролю. Бомбу на миду снизить? Иду, иду, родной. Да как так, да? На нахуй. Некс заберешь. А, блядь, стоит. Лонг стоит! Стоит, вышло! На шарту шорт. Проходит. Пизда. Двое шорт. Стой, стой, дом. У нас петарда, тихо. Ребята, мы пиздой накрыли. Нам всем пизда, братан. Видел! Очканул, очкошник. Стой, 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 это шорт. Еще шорт один был, один лонг, все. Смотри, флешка! Наебал Грена. Вопросы. Хорош. Мои девочки. Тихо. Блять, меня резать нельзя, я сразу говорю. Новые правила. С тобой пошла. С тобой пошла. Хорош. Сюда, блядь! Папы, блядь! Десятые левела опущены! Блять, они сейчас разыграются, нас всех выебут. Такое ощущение, что Оля, дай дроп, пожалуйста. Я дропну, на родной. Все для тебя. Спасибо, спасибо. Да похуй. Неужели? На нахуй! Ебать! А, да? Хуя они дикие, блять. Ясно, ребята, блять. Блять, я ливаю. Б. Еще бы есть. Я бы тоже на Б пошел, блять. Лапард, закидывай, я бы засейвил, а я бы засейвил. Нет, нет! Засейвер, засейвите. Реально лучше сейвить, ребята. Бля, пацан, засейвите. Вас ждут, ждут мид. План предлагают. Бля, ебать, нахуй. План говно, я брезгую. Толя. Куда идем-то? Толь, ты нахуй таких имбовых позвал, блядь? Они же уебнутые, блядь. Идем в пите сядем. Пойдем. Валим, валим, валим. Девочки не должны так играть. Девочки должны, блядь, играть слабо. Девочки должны играть Sims. Блядь, платьишко. Они нас ебут. Давай, давай. Давай, я тебе думаю так. Блядь, куда? Эй, я тебе... А, ты так? Ну все, помянем, ёпт. Смотри, первый умирает ураган, второй Толя. Блядь, засейвите авика по-братски. Я подберу потом. Они плохо играют, выйди отсюда. Фу, так, Олег, на, плохо играет. Ага. Спасибо. На меду соберешь сейчас. Окей. Так, все, готово. Сейчас 4-3 в нашу. 6-3, какие вопросы? На и нахуй! Ну его нахуй! 51-й, ждите. Б-флэш.
Ой, и, блядь, пизду! Сука. Блядь, зашли уже. Все, я ливаю нахуй отсюда. Толя, они вообще и пизданулись играть так, блядь, что за хуйня? Девочки должны слабо играть, мы должны говорить, девочки, не переживайте, в следующий раз вы выиграете. Видимо, этот раз и есть следующий. Блядь, как раз следующий. Ой. Не, ну мы три раунда взяли, мы молодцы. Ой, блядь, чуть сознание не потерял, блядь, заорался, блядь, круги в глазах пошли. Кто же? Блядь. Что за... Толь, в тебя плюнули. Это пуля рикошетом летела. Блять, блять, круги в глазах. Хули ржешь, вызывай скорую, блять. Давление скакануло. Лопат, я в ямке. Сейчас, у меня просто FPS, наверное, невысокий, поэтому это FPS, макс, ноль. Все, блять. На нахуй. О, я понял. Лопат! Все нормально. Кому ВП? На. Нам ничего не поможет, ой, брат. Ой, что? Я кидал в тебя, попал в лопарта. Так, ну что, у нас эко получается. Так, все-все, нормально. Давай, давайте, давайте так. Вообще бессмысленно пробегать, да, да, мне кажется. Мид я не пойду. А первый побежит. Вы дым кидайте, говорят, помогает, пацаны. Мне кажется, не было никого. Они на Б пойдут сейчас. Закинули. Они с пизды получат. Тихо. Я иду на Б. А шорт кто-нибудь смотрит? Я сейчас жестко хуярю. Нет. Шорт смотрите. Я шорт взял. Первого на Брею сразу. Контроль жестко. Не, не вижу в темке. Это фэк. Ебать, пизда нам. Олег, давай пройдем по приколу. Блин, я не хочу умирать. 25 сантиметров отлетели, блин. Нихера. Пизди, убегай. Все, Толя, тактика победителей. Понял. Понял, принял, обработал. Лучший. Все. Все, Толь. А все. Можно и на сейф. А все, надо было раньше. Я играю на статистику, мне похуй. Я всегда так на фасике говорю, Толь, блядь. Я на первом раунде предупреждаю. Ребята. Не вешай нос, императрица. Ай, блядь! Блядь! Ну ничего, страшно, бам. Они стрим-снайпят, по-любому. О, стрим-снайперы, блядь. О, сука. Так, мужики. Так, все, ну три взяли уже не в ноль. Как говорится, главное не в ноль. Олег, я с тобой полностью согласен. Да, это, погнали. Мне кажется, единственный выход. Какой именно? Через анал. Там два авика стоит, да ну их нахер. Они потушили на лангу. Может, в ямку спрятали? Стоят. Я не уверен, что за синим. Один под Б. Лучше, Олег, давай дальше. Просто вот стенку сними. А все, они все, походу, на лонг пойдут. Не надо на лонг идти. Нахуй оно мне надо? Черт. Пропусти, пропусти следак. Пропустил. Я вижу. Нихуя, блядь! Я пропустил. У вас два пропущенных, блядь. Два пропущенных. Шорт. Знаешь, что хуёво? То, что... То, что они играют так по-охуевшему. Вот что хуёво. Нет, то, что они без попал. Разогрева, понял? Они вообще из Геншина пришли, по два месяца не играли. То есть это они сейчас разогреваются. У меня вопрос, блядь. Чёрт ты был. У нас то же самое. А, ну да, стал. Мы, кстати, тоже не разогретые. Ой. Блин. Ой, не-не-не, они не разогретые, пиздец. Да ёпта. Лопард, говорят, если справа бежать, говорят, не увидно. Нихуя. Так, я понял. Надо эффект неожиданности. Давайте бокс зарашим. Да, вот. Как долбоёбы, го. Только я один подостану. Давай. Смотрите, жестко. Блять, а почему я первый? Я есть в нашу сторону. Блять! Да ёпта! Попал, попал, попал. А такие имбовые флешки, я в шоке. Не попал. Блять, попал, прям хорошо попал. Еще, еще, еще. Можно забирать. Все. А, не все, забрали. Пизда, блять. Да как, да, кто-то.
Ой, блядь. Тебя кремировали, Олежа, держу в курсе. Ой, блядь. Артём, купите, вы знаете что. Да подожди, нормально все сейчас все будет. Сейчас, если смотри, мы сейчас 4, это не 7, купим, будет пизда. 4-7, потом 5-7, эко, 7-7 и вытягиваем на 8-7 первую половину. Сейчас попрет. Не, подожди. Сейчас нормально все будет. Ничего. Сейчас навалит. Олег, на меду да. Стоит снег. Да я боюсь, ищи, там страшно, там два снайпера вот стоят. Вот я пропрыгнул нормально. Это твой дым? Да как? Да. Авик один убил у них. Еще суицид есть. Еще Тэшка стоит. На суициде был. Пальма. Пальма суицид. Суи пальма. Я на меду. Найс. Бля, это кровь, а не враг. Инфа. Ноль. Вот это враг или... Это кровь, да? Да, Толь, это кровь. Блять, я хожу, блять, стрейф и делаю от крови. Так, а кто там остался? Ленок. Вряд ли сейвить будет. Денег не тебя. Скопится он... А, это... Все, я понял, хард. Ай, блять, лонг! Чё, блядь? Так. Я не понял, как я не попал, кстати, сейчас. Давай в прыжке. Хорош! Вот это в прыжке хорошо. Хорошо, было. Видел прыжок? Бери еще один. Сейчас 4-7, next round наш, чекайте. Это уже 5-7, и закрываем первую половину 8-7. Ладно, затеров проще на самом деле на Дасте. Мышку конечно, эту, тем более мы за слабую сторону. Без мышек играем, без экрана. Да это у меня мышка новая просто. Без девушек. О, кстати, если подсадите, разъебу на меду. Подсадите кто-нибудь? Ураган, пожалуйста. Пожалуйста. Туда свои. Что-то нету лесорубов. Блять, вообще нет лесорубов. Кто, а кто отвечать? Пойдет к доске и все тишина. Блять, перекати поле. А, да? Ух-то. Что у них с реакцией? Забрал нижнюю. Нам забей, там повыше, чем у нас, мне кажется. Шорт. Еще? Снизу в дверях прям стоит. Давай! Ну налей, каленый, я мило. Хорошо. Олежа! Олежа, нормально. Пальма. Пальма и шорт. Тихо. Лонг смотрю. Прыгнули вниз. Куда вниз, братан? Я нихуя не понял. Хорош. Еще, вот в дверях прям выходит. Вышел в двери. Хороший кофе просто, блядь, там сколько, я не пойму. Бля, при чем здесь Россия, хуй знает, похуй. А у нас, видишь, на значке РУ написано. А, ну да. Христос воскрес, блядь. Сука. Бля, фу, какие же вы, а. Там двое опять стоят. Вроде мерзкий, но так нравится. Назад накидывай тебе, Лёх. На какой зад? На твой. Накинь, блядь. Нижняя, тихо. Накидывай, смотри. Заходи. Бам. Нету. Скорее всего, шорт будет. Мид вышли. Это Б будет. Идем. Надо пушить. Это шорт, Господь. Я шорт. Давай. Ну, в смысле, шорт. Я в смысле пойду. Не-не-не, уже поздно. Я уже придумал. Отличная флешка. За тебя. Блядь, двое шорт, одна каленая. Смотри, сам авик, ну нахер. Не, кофе там стой. Смотри, блядь, кровь. Флики полетели просто, как я не знаю. Как... Хорош. Авик, там еще вроде был. Лонг, смотри. Здесь, на шорту. Шорт проходит. В смысле, блядь, проходит? Стоит. Вот видишь, чат сверху, мальчики, ру написано. Ой, блин, я же испугался. Где? Понятно. В миду, шорт. Обратно ушла. Шорт и мид. Тихо, все. На бейду, шорт, по-моему. Блядь. Мид, если посмотришь, я ее могу поймать в дырочку. Давай, смотрю. Смотри, братик, такого больше нигде не увидишь. Просто на клип, смотри. Вопросы. Вопросы, блядь! Тихо. Ай, ну пизда, меня опять выебали!
Не-не, с другой стороны. А, нет, вот с этой. Нихуя, блядь! Кто ты, воин? Да, блядь. Я стараюсь, блядь. Лопард, сука! Ну, пожалуйста, играй, блядь! Нас ебут! Не, помянем. Ну прекрати, блядь, чередовать! Вот помянем свое! На, ёпта. Вы можете дым, сука, на мид давать! Смотрите, лонг никто не выйдет. Можете не переживать. Выходит БМ! Хорош. Мид, смотрите, по-братски, мид. Ща, подожди, я бегу только. Пальма. Тэшка. Тэшка вышел. Нет, сука. Хорош. Тэшка, у вас бомба. У вас бомба. Тэшка, ВПшка. А, это не свои стреляли мне в спину, да? Суицид и... Не в этом, я понял. Я с тобой не дружу. Это личный маньяк. Я с тобой не дружу. Смотри. Вопрос. Почти. Ну все, пиздец, я ливаю. Блять, а кто это на первом месте играет? Это я. Охуительно. А, это я же на первом месте. Я просто... Ой, блять, иди в пизду, а! Видел, а что она вообще здесь делала? Ждала его. Логично же. Big Grenades бежит, старается. Блять, заебали булить пожилого киберспортсмена, блять. Блять, сука, потные, блять. Я вас выебу когда-нибудь, блять. Когда вырасту, блять. Я, говорит, всегда хотел увидеть. Они мит бегут. Чат, вы хотели когда-нибудь увидеть потных женщин? Пожалуйста. Это те девочки, которые тебя выебут в каюту. Двое мид, они 50 хп. На нахуй, видал флешка? Жми родной, жми, там еще в нижнюю ушел. Сейчас Б одна. У меня бомба. У меня бомба. Давай. Туннель. Закрыл. Блять, дайте что-нибудь пострелять. А все, последний раунд. Ааа, Савенья! До свидания. Фу, а нормально, кто опять на первом месте, ребят, я прошу прощения. 13-9, да? Мальчики против девочек закрывают первую половину 69. Нормально, ребят. Анатолий, у вас сегодня какие планы, Анатолий? Оу, май! Я надеюсь, мы лонг идем? Да. Да? Я смотри, я первый бегу. Блять. Подожди, давай чуть подождем, там сейчас хаешки прилетят, я вам клянусь. Ждите, стой. Я бомбу им дал. Вот сейчас пойдем. А нахуй флешки кидал? Погнали, все, выходим. Выходим, убили. Хорош, хуя ты, бля. Пожилой прострел выдал. Одна, на гусе. Сайд. Гусыня в сайде. Ай, больно. Хорош. У меня нет. Дыму может быть, кстати. Попросы, блядь. Пиздец, ну что за киберспортсмен ты играет, блядь? Я про себя сейчас вообще сказал, нет? Так. Какой план есть, да? Прострелить, видимо, на миду хотя бы одного. Там один. Один. Давай. Ебать, а чё по скаутам, пацаны? Нормально. Это тактика такая. Блять, заплевал весь монитор, опять заебался. Ой, хорош. О, отстрелили, нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили. Да как это работает? Не надо, там есть. Шорт по ХП. С дигбом. Лонг, смотрите. Взял ССГ. Я лонг тоже. Калаш валяется на шорте. А я вот уже их калаш. Нам, блять, устрою их, сейчас. И их шорт. А почему мы за Т-сторону сейвим? Ну, в смысле. Сейчас все нормально будет. Тихо. Нормально. Сейчас повдет. Да, смотри, в нижней, скорее всего, стоит. Смотри, жесткий смог. Киберспортивный. Ебать, смог, бля. Видал? Смотри, на медочек летит. Бам. Вот здесь прострел, попал один раз. Смотри. Еще флешкой. Пойдем на лонг, ну его нахуй. Калаш забрали.
Ну пиздец нам чё. Бля, руби. Справа в упор. Пиздец. С пистолетом. Гусь. До свидания, нахуй. Илюха, блядь. Идёт, идёт. Ну схуяли ты, блядь, не коцанай ты, на нахуй. Да блядь, ну пиздец, у меня опять выебали, блядь, как девочку, блядь, не хочу. Так, ладно, пацаны. Давайте с каким-нибудь говнищем зарашим Б. Давай. А почему бы и нет? Блять, я наорался, у меня, наверное, давление 200 хуячит сейчас, мне кажется. А уйди, блять. Чаты, да потому что вы лайки не ставите на всех стримах, потому что... Ой, вот бы сейчас лайк поставили, знаешь, я слышал, и на аудитории иногда как разом начинает, короче, лайки, да, ставить? Да нахуй. А чего, одним выстрелом двоих? Да, да. Нижняя, нижняя. Нижняя я. Я плынчу. Я нижняя туда. Куда, блядь? О, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Окно. Я не пикаю окно, ну его нафиг. Пизда мне, блядь. Ну его нахуй. Еби! Убил окно. Он нижний был. Та-та! Окно есть. Что, двери был? Окно, двери, двери. Я иду! Найс. Let's go! Авик! Блять, скаут! Нашел! Ну вообще, теперь у пацанов есть деньги теперь нахуй. А что, 10-7? 1007, да, сейчас счет, я не вижу. Кто это светится? Светится, кто на первом месте? А, это я, блядь, скромный мальчик, пиздец. Бля, я хуй знает, как мне так попадаю. 1, 2. 54. Я бы, кстати, на Б сейчас пошел. По-моему, по первому попал, ребят. Кофе, родной, давай инфу, я за тобой. Я прикрою тебе тыл. А я за Толи, Толи должен делать. Давай, Анатолий! Трипла нас, блядь. Это геймар, никого. Слушайте, странная тишина, ребят. По-моему, нас где-то наебли. Гендальф, Гендальф, один Гендальф. А где это Гендальф, блядь? Там ящик вдалеке. А, все, понял. Ставлю бомбу, ставлю бомбу. Ай, глаза болят. А, ну, блядь, опять я! Хуйня, блядь. На КТ, КТ. Сюда! Чё ты не почувствовал? На нож. Дизмораль, блядь. Сука, чайки ёбаные, блядь. Я успею, смотри, смотри, поймай. Мне кажется, сейчас полетят нас убивать. Блядь, а чё так много флешек? О, Савенья! Хорош, блядь! До конца! Блядь, я просто орать не могу, я так просто... Ай, блядь! Мне просто хуёво уже. Сидят, говорит, бабки бербулят, блядь. Нет, это киберспортсменки вообще-то. КТ-лаз, смотри, захожу просто ноу-скопом, смотри. Смотри, смотри, смотри. Да ну нахуй! Пиздец, возьми Авадика, блядь, по-братски! Что это было? Твои... Хуйня, почему ты человеком секунду отлетела, блядь? Так, вон ЛП засел. О, я возьму! Блядь, наорался, все, пизда мне. Не, ну это, нафиг. Я стараюсь, я поддерживаю мораль. Просто вышли, и все. Они какие-то, блядь, неправильные пчелы. Хорош! Куда его? Блядь, у меня аж мышка отъебнулась, блядь. Толь, мне сейчас хуёво станет, вызови скорую по-братски. Нормально, нормально, мне давно хуёво. Блядь, я наорался. А, да? А, да? Азик, бэ. О, ну пиздец, нахуй. Давайте все там, блядь, отсосём, почему бы и нет? Я видел фильм, там также сосали все. А мы вот так. Мне нравится, что человек на шарте сейчас отступая, Лёхе 13 дал, вот просто, типа, чтобы, блядь, вот так не... Блядь, ну говорит, сука, да, ну сука, хватит всем отставлять 18! Смотри, 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 сейчас будет регрупп. Смотри, они сейчас думают, что мы на лонг пошли. Смотри, я такой, короче, хитрый, я захожу на мид, смотри. Смотри, смотри. А сейчас нижних. На, хуйца, блядь. На нахуй, вопросы, блядь. Переиграно, блядь. 300 IQ мув. У нас есть 50 секунд. Нихуя ты. Один коцанный у них в говно. Го, знаешь что? Го лонг.
Нет, лонг хуёвая затея, нас там выебут. Пойдем куда-нибудь, пожалуйста. Мне очень страшно. Пойдем, пойдем под Б, похуй. Просто на ноге, как дебилы, пойдем, как всегда, в принципе. Я жду тебя. Пойдем, мне похуй, я бегу прям на В+. Ну пиздец, все. А, они ну стрим-снайп. Все, до свидания, нахуй. Стрим-снайп, рот ебал, блядь. Нормально. Хорош! Заходи, Б. Заходи, Христа ради, блядь, и это всего. Бегу, 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 бегу. 15 секунд. 15 секунд, быстро, быстро, быстро. Проходи, проходи. Ставь. Блин, сюда. Тихо, блядь! Тихо, окно смотрю. Окно взял. Окно смотрит. Ураган мид. Окно. Он в дверь ушел. Дал в окно, похуй, я не высовываюсь. Я не пикаю. Он на перезарядке. Ушел. Да похуй. Он, блядь. Смотрю. В дверях прыгает. Пусть прыгает, похуй, я не выйду. Давай эйс. Сейчас подожди, последнюю энергию накоплю. Все, пизда, вызывай скорую. Че, нормально, изи. Не чувствую. Кните флешку на лонг. Давай. Да-да-да, накину вам. Блять, я сам, если честно, охуеваю, что я ставлю. Я не понимаю вообще, как это происходит, блять. Я что-то мышкой дергаю, короче. Она еще у меня моросит, блять. Тишина. Ладно, прости. Бля, чё, реально эйс шельдал, бля, ебать, башка заболела. Я столи стримлю, меня точно въебет скоро, блядь, какой-нибудь валидол. Паркинсон или чё там. Мы уже не так молоды, Алексей. Как молоды мы были. Сайт, хорош. А, это, нычка, просвет. Сайт! Блядь, сайт стоит. Да ну как так-то? Ебать. Мальчики, вы упали. Ещё. Живи. Хорош! Смотрю КТ. Под яму поставь бомбу просто. Шорт, ну, нет, зачем? Блядь, где? Инфа, тихо. Шорт. Ой, блядь, я просто не ору, мне хуёво уже. Вебку подними, куда, блядь, поднять, куда? Читер. В небо. Читер. Да всё понятно, блядь. Может, меня в какую-нибудь киберспортивную команду возьмут, блядь, ногу, по-моему, попал. Ты куда флешку-то кинул, блядь, лопар? А хорошо. Ему похуй, блядь. Он в танке мид играет. Мид стоит. Да, мне кажется, меня этой платформе забанят, хуям. Я с тобой не дружу, ты мой личный маньяк. Сайдик, Авик. Ну, ёпта. Ну все, пиздец, поиграли, блядь. Убил Авик. Еще в смоку стоит. КТ, Авик. Прохожу к тебе. Хорош. Иду. Еще сети есть. Поживешь, приду. Один с прострелом. Ну, один, одна, короче, с прострелом. На шорт. Шорт будет с прострелом, ребят. Хорош! Умница. Блядь, пошел киберспорт, ёпта. Это что, мы выиграем, что ли, сейчас? Блядь, реальные шансы на победу получаются. Блядь, я так сейчас не надо. Так орать, блядь, буду, блядь. Пацаны, тихо, все тихо. Играют, блядь, кашу варите, ёбаные волки, блядь. Один, два, двое Б. Смотрю. Посмотрю, Тёмку. Мне кажется, на. Нихуя в них не выйдет. Двери справа было, или в КТ убежала. Блядь, у меня в глазах что-то двоится. У меня там полчата молится, блядь. Хорош! Убил? Еще, на подъеме. Убил. Пугнул урагана, чтоб не стоял здесь. Понял, Шорт, блядь! Подвонок ставлю. Найс. Офига, я даже коцнул. Блядь, может быть еще шорт? Ах ты су! А! Блядь, как не попал! Не зарегало! Хуйня игра! Авик, аккуратно! Ждет! Надо выбивать. Я флешку. Ой, умница, хорош! Авик, забери! Right. Блять, лучший кофе просто. Let's go! Я Авик скинул кому-то. Давай, там. Будет. Это мне. Меня, если что, кофе. Меня Лёшка зовут. Не, я просто на рандом Авик кинул. Я поэтому не, я на всякий случай хуй знает, блядь. Так я, ты что, угонишь, что ли? Один, б. Скотский. На нахуй! Меду трое! Ну один скотский точно. Дай мне нахуй! Блядь, да как она тебе делает? Два Авика на меду, два Авика там. Блядь, Вика, ну хватит!
нахуй, жопа болит. Нормально, погнали все. Вы с ним, они охуели на меду. Умираю. Там человеку... Меня мид убил без человека, нахуй! Понятно, блядь. И ты врубили. Ясно, блядь. Ясно. По-честному играть не умеют, как в жизни, блядь. Я тебе, говорит, не дам, я тебе не дам, блядь. Вот, пожалуйста. А как он в это не слепило? Так, все, тихо, я сейчас раскрою свои таланты, блядь. О, кстати, го на Б, слышь? Го реально на Б, давай. Давай, давай, родной, смотри, оп! Спасибо, спасибо. Блядь, авапу спиздили, отдай! Один Б. Под Б один побежал. Мне, правда, сначала обоссался, но потом скинул, блядь. Я думал, спиздили, а просто мне плохо сразу стало. Дальний смотрю. Справа есть. Блядь! В сайде две АВП. Нахуй надо, блядь! Пойдем отсюда, блядь, они какие-то неправильные пчелы. На медуавик. Делают неправильный мед. Чат, вы меня вынуждаете подрубать вебку, нахуй. Чтобы серьезное мое киберспортивное лицо. Меду стоит. Я себя. Вот это вот красное, да, на шее, блядь. Пиздец. Я в шоке, честно. Братик, нам пизда. Симпай. Симпай. Ай, сосай, куда сай? Смотри, смотри. Хуяк. На, нахуй. Еще есть меду. Да мне пуху, я че, дурак, репикать? Пикни, Тём, там говорят, заебись. Там, короче, мид убивает. Нахуй, блядь, я вот пошел отсюда. Она, блядь, неадекватная, она ебет, блядь, каждый раунд. Я сейчас выйду. Я сейчас, смотри, хуяк, хуяк. Понимаю, нормально. Ебать, я сейчас срался. Так, все хорошо. Че, на Б с фармганами, да, ребят, как положено. А погнали, реально, выйдем так. Прям... Слушай, они еще и булят в чате, ты понял, блядь, как будто в натуре на фасике хуяришь. Стоп, подожди, давай подождем, подожди. Погнали. Погнали. Пизда нам, Олежа. Справа и танцпол, танцпол еще. Там пизда, ребята, там вообще не варик, короче. Блядь. Я пошел отсюда. Бегите домой, бегите, глупцы, блядь! На мираж, глуп, блядь! Там есть дверь одна, блядь! Ой, чат, лучшие просто, нихуя вы завозите жестко. Ребят, спасибо, да, за лайкосы. Если мне хуёво станет, Толь, извини, если мне хуёво станет, пожалуйста, Толь, вызови скорую. Хорошо. Ребят, стрим у Лёхи также идет на ютубчике, на хардгеймсе, ссылочка в описании, пройдите лайк, въебите. Админы, поставьте, блядь, ссылки, спамьте тоже побольше, хуй вы как не родные. Подождите, а у кого на Ютаре еще у Лопарта, да? Да. Угу. Еще мид по ХП. У Xbox. Я пошел, до свидания. Все. Хуй вы меня выкурите, смотрите. Смотрите, смотри, смотри. Я видел киберспортивные передачи. Тихо. Да веб, на вебка я сейчас, да, да, да. Смотри, смотри. Смотри. Блядь. Ай, смотри, смотри, они думают, что я так не сделаю. Сука! Блять, ну она юная девушка, какого хуя она играет 21-17, блять, быдло. Сука. Блять, ебут. Ребят, давайте все вместе выйдем, я знаю, у нас получится. У нас получится. Куда? У нас похуй. Давай, лонг, смотри, я прям сразу open frag ебашу. Смотри. Погнали, давай. Жестко, блять, родной. Давай. Убил. Хорошо. Хорош, хорош. Смотри, выходи, похуй грены, похуй дым. Мы дебилы, мы пи... Блять, не надо. Стоит, скорее всего, стоит. Сейчас будет вам... Ай, как будет. Надо, блять, да я, ну опять меня выебали. Дал 50, дал 50. Ну пизда там. Дай сотку. Сейчас дам. Дайте вас. Мид. Беги! Беги, сына! Не надо! Она тебя сожрет! Олег, давай. Там пизда, там какая-то зубастая вагина. Сити! Я сайт надо убить, Толя. Я иду, пожалуйста, живи, блядь, делай что-нибудь. Он за Гендальфом, блядь! Она, в смысле, блядь, ну. Я так и не понял, где это Гендальф. Нет, там Гендальф и Сити остались. Вон, бошку. Да Гендальф, блядь, стреляй! Да я понял! Вон, зумил из тебя, слышал. Хорошо. Руш! Так, я вебку подрублю. Вам же не важен плач, Олег, правильно, ребят?
Ребят, спасибо огромное за лайкосы, спасибо, рад, кому настроение поднимаю. Если что, с девчонками играем. Блять, у меня голос отъебнулся, но это ничего страшного, главное — победа. Ой, как хорошо, что я альтабался в этот момент. Я, кстати, тоже альтабался, брат, если что, никто не увидел. Похуй. Да ладно. Да-да-да, я реально альтабнулся. Я должен был, как Юла, на 360 градусов крутиться, смотреть вокруг себя, я не знал, где она. Нормально, нормально. Эх, Олег, Олег. Ой, блять. Что мы делаем? Слушайте, надо эффект неожиданности. Надо что-то такое, знаете, вот как вот понос, блядь, чтоб прорвало. У нас лонг хорошо получается, давайте лонг будем. Да, у нас заебись прям лонг получается, ребят. Все, смотри, троем отлетаем, нахуй. Первый. Второй. Третий. Блядь, вы не верите, поскольку же они стоят, блядь? По трое. Мне кажется, их 9 играет, блядь. Мне тоже так кажется. Где-то нас наебали. Видел. Хорош. Сфоткал. Еще двое там. Крупняком. Крупняками, говорит, бери. Смотри, смотри, смотри. Они вот здесь сидят, а я, знаешь, как вот так вот хуяк! И побежал. Артем. Я для вас очень хуёвые новости. Я, во-первых, натопал. Во-вторых, там имба где-то стоит. Похуй. Похуй. Наша, блядь. О, блядь, пожалуйста. Я ушел. Давай, смотри, смотри, я видел, вот так, если тигл кинуть, блядь, то, блядь, подожди, я тигл, вот так я вот. Приебал. Я тигл, если бы в тигл влетело три патрона, значит, типа, блядь, пока он летит, блядь. Ой, боже. Да по-любому они стрима палят, девчонки. Ты что, конечно, они стрим-снайперши и все. А, блядь, стрим-снайперши! Хорош. Теперь сзади две. Хорош! Артём, да, это наш звездный час, смотри. Взгляни вокруг, посмотри назад. Видимо, короче, те слова были лишними, которые мы сказали. Всё, смотри, смотри, смотри. Смотри, я сейчас соберусь, сейчас смотри, разъёб будет, смотри. Смотрю. Смотри. Я типа фейкую, что я иду лом. Хорош. Смотри, смотри, тихо-тихо-тихо, нормально, нормально. Есть. Мид еще слева, мид слева, коцаная. Не умирайте только. Кто умрет, тот лох. Бля, я умру сейчас. Лонг смотрю. Пусто, к вам иду. Давай, Толя, иди сам. Ладно. Мне страшно. Смотрю мид. Я бомбу скину. Ряд окно. Подожди. Чего? Блять. Сейчас я боюсь просто. Громко боюсь слишком. Сейчас нахуй. Даю молотов. Там есть кто-то по-любому. С левой стороны. Сайд дал. Да-да-да. Хорош, блять, размонтили. Пойдем, пойдем, быстрей, только цих. Ты бомбу взял? Ты бомбу не взял! Я бегу. Тём, просто живи, не умирай. Не умирай, все, 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 это наше. Смотри, хуяк нахуй. Не стреляйте, Толь, не стреляйте, все. Забудь. Прости, забудь. Все, я куда-то поставил. Река жемчужная течет. Сюда! Ебать. Бля, можно трек на будильник? Отлично, ребята, допа, let's go, блядь. Ура, ура, блядь, давайте, как ебанаты допа играть, блядь, ну все равно. Шоу-матч, говорит, френдли. Шоу-матч, блядь, пот просто течет, блядь, литрами. Как? А я не знаю, кстати, как не попали, вроде убили, должны были. Должны были. Пойдем, пойдем отсюда, там еще, там еще, там еще, там еще, ну нафиг. Где, 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 где? На вангу должен был быть. Должна была быть, я не знаю, там это того. Ебать, блядь, просто мастерская. Я слепой. Там в сайде есть, по-моему. Справа стороны стоит. Принял. Смотри, флеш накину, выйдешь. Сайд, смотри. Хуяк. Сайте, сайте, сайте. Бум. Граната должна убить. Так, так-то. Убил.
Найс. Я фэшку. Все, Тёма, отходи. Хорош! Хорош, блядь! Извините. Блядь. Скорая. Да, я пикнул он, пикнул он. Давай, уверенности давай, просто, давай. Давай, жестко. Не, нихуя, тут драгон лоры, блядь, вы что, с ума сошли? А у нас 4 адика, если что. Пизда нам, блядь. Я реально чувствую, вот типа, как скилл упал из-за того, что я полтора месяца не играл. Вообще, просто я ничего не могу. А, я понял, я пошел, блядь. Там Лёва решил полежать. Я понял. Я пойду почилю, брат. Ой, флешечка, смотри. Покатилась. Что, нету, да, там никого? Я иду, по-моему. Лево, 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 мид есть. На нахуй. Хорош. Вместе, вот сейчас зайдите, дым просто, дым. Тём, не спеши. Охуенный дым, блядь. Стой, стой. Один на миллион, блядь. Хорошо. И пошли, прыг, прыг. Заебись. Медов, 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 медов один. На нахуй, блядь, коллежа. Подлом клейчу. Коллежа. Ебать. Где, где, где? Кто? А где? Не, все, это полтора месяца. А где? Тихо-тихо-тихо-тихо, дайте звук. Дайте звук, он выиграет. Наверное. Не, не выиграет. Это нереально выиграть хочу. Хорош, блядь! Щечки помогли. Что там произошло, Яль? 34 года в этом году, блядь. А, нормально вам 4 авапа. Нормально, нормально, сейчас. Ну как мы никого не убили-то? Там есть. Два. Тём, смотри, накину. Накину, летит. Бам. Взял лонг. Иду к вам на лонг. Можно выйти, не спеши. Не спеши. А я не понял, шарта вроде. Я не понял, а что вы мои морозилки делаете? Разменял, хорошо. Хорош, хорош. Поехали, 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 пиздуйте. Брось меня. Да, вот, вернись. Мид есть. Это есть, это есть. Брось меня, командир. Есть сайдер. Мне показал. Казалось, господи. Я в закрытую плынчу, Олеж. Есть это, просвет, просвет. Все, 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 живите. Все, я в КТ, я Шор! В КТ ушел. Хорош. Толь, живи, мы подойдем. Смотри, ну лонг, я встану. Блять. Заберите ее нахуй. Это ушла, я лонг смотрю. Да стучись по крышам, слон на мне на зло! Ой, слон, слон, слон! Вас как будто лодка, это как бы... Тонуть ночевай. Наш корабль идет ко дну. Помоги мне, я утону. Ёбаный насос, 17-16. Мы, блядь, на мажоре чи где? Как я не попал, блядь, я думал, я попал. Я даже не понимаю. Я не рекомендую сейчас вообще мид нахуй выходить, блядь. Киньте 5 смоков. Давайте 5 смоков, ну их нахуй. Бо, заебись, блядь. Моя команда. Моя команда, блядь. Флэш. Флэш на мид. Флэш, ураган, спасибо. Это не моя. Ураган, лопард был, спасибо. Спасибо, братик. Ну как? Пальма. У Лёхи жопа горит. Нормально, нормально, тихо. Нижняя тёмка дверью. Пиздец, смотри, всё горит. Лёх, ты пизда. Смотри. Я горю вся, сынок. Я ушел. Огонь, я у тебя огонь. Не надо. Читер, вырубай сраку, блядь. Она читер. Меня влюбилась, кстати. Сити, сити, сити был. Сити где? 340 тысяч герц моник, да? Еще они ему сити дали. Это Б, скорее всего, будет. Шорт, 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 шорт. Леха, шорт, прошли уже. Спину. Двое, трое. Пиду, 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 пу, пиду, пиду, пихе. Пальма один. Рор, меня... бомба, тихо. Бомба у вас, бомба тихо, у вас. Тихо, тихо! Шот, у меня! Будет сидеть, меня ждать. Хуяк. Кролл, да? Оп. Оп. Хуй выйду. Хуй выйду, блядь. Эть. Это сайт, сайт. Подъем, скорее всего. Надо приманить, приманить, они на звуки эти идут. А, не, лонг, смотри. Ой, пизда, все, нахуй, до свидания, блядь. Один Б, один А, го. А, хуй она пройдет, успеет. Ничего у нее не выйдет. Ага, ага, давай, расскажи мне, блядь.
Снегурочка. Вон идет. Б уже. Чего? Здесь. Хорош. Я Леху байчу, он не байтится. Ничего не выйдет, блядь. Слушай, блядь, что за хуйня? 30 лет в Counter-Strike, блядь. Роуд то 10 левел, блядь. Машина, да, ребят, спасибо огромное за то, что нас поддерживает. Не забывайте лайки везде поставлять. Ребята, подписка и колокол. Просто от души. Наталяна тоже хуйните там, чтоб нормально все звонило. На Олежку зайдите. А, зима. Это Слушайте, вы знаете? Б есть. Вы знаете это, кто вообще с нами играет? Вы знаете вообще, кто такой кофе, блядь? Да нет, не надо. Это он сам. Я смотрю, Толя. Проход. Правда, меня мид никто не смотрит. Боюсь, что меня... Я смотрю шорт. Закрой и смотри мид. Все. Мид на пальме был. Эй, пизды сейчас дам, все нормально. Хорош. Я у тебя, Толь. Стоит, ждет. Нормально. Лонг одна идет. Мид, КТ смог пролетел. Хуя тебе, блядь! Я так понимаю, это шорт. Блять, как в этом в меме. Где одна девочка и треть. Бля, пацаны, его 10 у меня. Не, вот тут, вот дальше у коробки. Да уже все, не важно. Пока дым, ну дым же рассеялся уже. Че, уходим? Куда? Я знаю, не в Дубае апартамент неплохие. Ребят, если вам реально такая тема зайдет, я очень рад вам поднять настроение. Толяна сегодня собрал вот такую пати. Спасибо вам за такой актив. Повторюсь, не важна даже игра. Самое главное, хорошая компания, повеселиться. И чтобы вы улыбнулись после рабочего дня. Так что спасибо вам за лайки. Залетите тоже к ребятам, поставьте. И Лопарточу, и всем. Админы, покидайте, пожалуйста. Спасибо. Реально от души. Что это за гений, я не понимаю. Гемини. Кто-то сказал гений? На Твиче никто не стримит. Бля, ебать, меня голос сел, пизда. Еще две катки играть. Олег, а мы с тобой, блядь, любим ковыряться в носу, как говорится, железной палкой, да? В смысле? Мы просто... Мы бегаем на миду, блядь. В смысле, я не на миду вообще, а, я мид дал вообще-то на миду. Ребята, Б, смотрите. Я Б прям чекаю вообще в упор. Они на Т-спавне до сих пор. Есть пара. Ясно, девочки. Блядь, они девочки. Они пока соберутся там реально. А, ну ясно, пока накрасятся. Ну да, да. Могли шорт, кстати, пройти? Нихуя у них не выйдет. Да что ж такое-то, а? Шорт. Убил шорт. Шорт идут? Я верхний стою. Еще есть пальма. Блять. И на респе у себя. Я в нижней стою, ребят. Есть что-то по шорту? Не вижу. Да, бежит. Убил. Хорош, еще бомба. Есть пальма, еще пальма. Еще пальма, пальма, да. Пальма, да. Лучший. Иду, просто поживи. Да, блять, двое шорт, вас. Сука! А, вас, блять. В нижнюю спрыгнули. Идут в нижнюю, по-моему. Хуем, блять. Одна у меня за что. Давайте, ребят, ваш раунд. Тихо, секунду. Я уже тут ногти, блядь, по самый локоть сгрыз. А, они учатся, смотри, Лёха. Смотри, уже знают, блядь, чем дело пахнет. Это Б, бро. На Б, надо вдвоем идти. Боятся, сученьки, а? Это ласт раунд, ребят. Я знаю. Вышла. Ой, вышла. Лопард что-то там пошел куда-то. Мне сказали идти, я пошел. Все побежали, и я побежал. О, заебись, флешка, смотри, как долбоеб. Вот так накинул, блядь, и вышел, да и хуй бы с ним. А, да похуй, понятно. Вообще на флешку похуй. Блядь, мне кажется, они с нами разговаривать не будут, когда посмотрят эту демку, блядь. Давай, говорит, по лайту с девками поиграем, говорит, в Counter-Strike. А у нас бесконечные топы будут, как я понимаю, да? Вообще бесконечные, похуй. У меня уже скоро счет 100, блядь, будет. Двое на Т-спавне.
А ты ждал, пока меня пикнут или нет? Не-не-не-не, я ждал флешку. Я флешку ждал на самом деле. Нихуя ты крол, блядь, стоишь, ждёшь. Сам, блядь, сам! Фу, сука. Нижний есть. Чуть красный валяется. Ну что за фигня? А, мид, мид, мид. Шорт. Мид шорт. Бля. Муха. Нихуя, блядь, как? Поставлю-ка. Заебало, регать здесь. Будет, нет сегодня. Сам. Блядь, Толя, не дразнится! Хорош. Хорош! Я красный. Я тоже. Половина. Лонг. Лонг. Поживи. Хорош. Поживи. У меня рампа уже. Иду. Блять, сука. В смысле, смотри, иду all-in, если меня сейчас зарежут, и хуй с ним. Иду просто all-in. Блять, не успеваю. Не успею. Здесь сидит. Уже занял лонг. Мне похуй. Ну, блять. Who like a don't stop? Хуть, 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 хуть. Кого, блять? Ого. Ого, я сам охуел. Оп. Блять, ну конечно, ну как, блять, ну не попал, ну ебаный КС. Читер. Так, я понял вас, девчонки, блять. Ну что, вы пошли в героев поиграли, реально. Не говори, блядь. Давайте в следующий раз турнир по героям, блядь. Это как-то... Идут лонг. Лонг идут. Да. Накину ближнюю, дальнюю смотрю. Смотрю. Не вижу. Синий чек. Дал грену, отошли. Мид смотрите. Синего нету. Шорт смотри. Топнул шорт. Лонг не вышел. А ну как? Пардон. На машине стоит лонг. Убил. Хорошо. На машине. Я жесткий авик убил, нормально. Смотрю вниз. Смотрю вниз. Опа. Шорт может быть? Бля, ребят, Б может быть. Да, пальма, машина, да. Пальма, да. Пальма, да. Ой, дебил. Я дебил! Я дебил! И зовут меня на нахуй, Кирилл! Я московский радостный, на нахуй дебил. Извините. Ребят, если бы вы ко мне пришли, было бы охуенно. Мы бы, возможно, даже дружили с семьями. Кто понимает, о чем я? Исюковый зацеп называется. Ага. Вот, блять, как их отсюда выкуривать? Я хуй их знает. Машина, 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 за машиной. Но они неадекватные, блять, они стреляют в глубине, в глубине. Сайт. В сайте, в сайте. Внутри. Каленый, подходи. Лучший. Хорош! Успеваешь. Фу, бля. Ебать, сейчас Кондратьев ебет. Давай, говорит, по лайту, поиграем. Чувствуете лайт? Лайт, чувствуете? У них уже, наверное, вот здесь все везде подпотело, блять, сидят. Ёпта, потеют, сука. Несу отдать мальчикам, блять. Бля, не, ну у нас купил. Девочки молодцы. Бля, сейчас байвик бы кто-нибудь отдал. Например, Лапарт, ну да. Спасибо, родной. Не-не, это не намек, это просто как бы, ну, констатация факта, блядь. Нихуя, блядь! Вышли? Блядь, Толя, они неадекватные. Нет, нет. Не вышли? Нет, нихуя, я вас чувствую. Ты здесь, чувствую я тебя. Мид забрал. Еще есть мид, еще есть мид. Радуясь и любя. Еще есть. Черт. Нету шорта. Я иду лонг смотреть. Ой. Смотри шорт. Шорт есть, двое. Ну почему ты туда смотришь, блядь? Двое шорт были. Скопится. Тихо, ну, тихо, тихо, тихо. Между. Идут. Топ. А, я на в приседе прошла.
Топ, топ. Топ, вот здесь ебальничек можно? Одна шорт отошла. Вторая где-то у Гэндальфа. Эх, вот бы ебальничек. Спасибо. Раз. Хорош. Вторая в сайде, ближе к Гэндальфу. Флэш накинул, бум. Блять, ебаный рот, нахуй! Попал. Пистолет, блять. Ай, ну сука. Минус 3, давал, ну что за меня? Ничего, лежи, я тоже минус 3 давал. А мы все, да, отсосали, нет еще. Нет, играем еще. Играем, давайте, похуй. Продолжаем. Поймите одну вещь, это всего лишь первая катка, а у нас их, сука, 3. Боже, блять. Если в каждой катке, у меня лопнет она сейчас просто, блять. Мы все с Авиком, да? Похуй. Максимально, играем. Реально. Единственное, пойдем, как вон. Их можно убить, это спасибо только за так. Есть напарник. Убежал с Сити. Отлично, ребята, штурмуем на авапах, блядь. Нормальная тактика. А, ты, да, вот тут. Видели ручку же? Или упал КТ? Упал, мне кажется. Назад, назад, резко на Б бы пошел. Нижнюю взял. КТМ. Ножки видно, Толь. Да сука, блядь, да... Слишком милая хуёвая атака затея для такого игрока, блядь. Плюс один, блядь. Да, сука, они все читают, я ебал этого. Хуёво мы это пошли играть. Нет, это не смешно вообще, блядь. Пойдем на лонг. Когда визаж? Когда с больницы меня заберут, блядь, тогда будет визаж. Не могу. Хорошо. Окей. Жду. Блядь, еще не все потеряно, ребята. Еще не все потеряно. Потеряно. Подъем. Не, это пизда. У меня там в чате уже орут. Да тащите, блядь. Не слева. КамАЗ, уйди в пизду, вот, блять, а! Сейчас мы играем, вот представь, что мы на фейсите играем против фуллстака десятых левелов фейсита, понимаешь? Типа, это вот так вот, по идее. У меня четвертый левел фейсита. У меня третий, у Лопата первый. У меня пятый. Хуярим, блядь. Бля, парни, давай Б, давай Б. Реально, не берите давай. Авики, нахуй, все. С фармганами, го выйдем. Профессионально, профессионально. Я дым давай. Потушу. Нет, пизжу, не потушу, давай. Я на авике. А я врага потушу. Поехали, поехали. Let's go, let's go. Я сам себя потушу. Давай, 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 сейчас затащим. Вот у них Ленок и Джили. Это две девочки, Мила сказала, что они плохо играют. Их может разменять Кирилл, поняли? Да? Резко на лонг, резко, да? Просто, блядь, прям паровозом. Как давай, долбоёбы, давай. В смысле, ну. Мид есть. Угу. Пойдем назад, ебать. Пойдем назад. Да, еще раз, еще раз, да. Нормально, фейки. Давай тут натопаем. Давай. Мне кажется, мы двигаемся как долбоёбы. Пиздец, я понял. А, все, да? Ну, да, все, проигрались, ну, блядь. Как так-то, а? А, да, а, да. Ай, ураган, твой раунд. Вверх раунд, у меня картошечка, ну ладно. А на что мы надеялись вообще скрыть раунд? Не, на самом деле, если учесть, как они играют, типа, и сколько они играют, мы охуенно отыграли, без шуток. Типа, ну если прям потеть, хотя мне похуй. А, то есть все решится на мираже, да? 100%. Я думаю, именно на нем-то и решится все. А, да? Ну ладно. Мираж так мираж. Чатик, не забывайте лайки везде, пожалуйста, выгружать. Так, а почему я? Что? Чего, блядь, происходит? Ладно, похуй. Ну почти, но, бля, сражались как воины. Сражались. Друг друга снайпят сидят. Ребята, прекратите вы, ёпта, это шоу-матч. Вы что тут, блядь, мы на корову, что ли, играем? На миллион долларов играем. Конечно. А нет, подожди, на миллион долларов. На миллион долларов. Я ей писюн не кину, блядь, доигралось, все. До свидания. Она зашла? Сейчас я ей, блядь, напишу.
Мне похуй, я так сказал. Я человек слова, блядь. Все, закрываем их, ребята, блядь. Все, иди, вообще реально не чувствуется, а? Не чувствую, блядь. Не чувствую, блядь. Только жопа болит почему-то. Режь на ножах, ребята, на нож, блядь. Все, нахуй. Легчайше. Вот отсюда, ребят, кто у меня монтажеры? Наклепайте вот отсюда, пожалуйста, этот, сколько убито. Я свою, блядь, демку смонтирую, пошли они нахуй. Режь. Все, нормально, сюда, блядь. И вот нахуй, вот так, блядь. Все, легчайше. А, убивают! Легчайше. Ребят, ход правый верхний, пикайте. Все. Монтажеры готовы. Монтажеры, ребят, нарезайте похуй. Возьмем хитрости, блядь. Всем расскажем, хуй отвертится. Блядь, патроны кончились. Ладно, похуй с пистолета. Дар, нас ебут. Как это приятно, а вот так делать. Почувствовать запах их крови и вкус, так скажем. Последнее, что мы сделаем. Мы типа всех набивали, а нас нет, все сваливаем. Чего, блять? Это шоу матч, это нормально, как бы 26 фрагов на разминочке, Олег. Не-не-не, это не разминка. Заблюрим мид, блять, вот эту надпись, что разминка и все. Только мерч, Олежек и кофе как? Как ты замьючись и скажу своему? Ясно. Не, на самом деле я у Олега футболку снима для малого своего. Понравилась футболочка. Это чисто аим-тренинг какой-то. Пошла разминка. Ну чё, где тянки? Смотри на их счет и на наш просто, блядь, блядь, все равно на голтабе до шутку вынес. О-о-о, смотри, что делает! Быдло! Так, чатик, доводим 5000 лайков. Сколько у Лёвки, там 10 уже, наверное? Да какой 10? У меня 5, наверное, тоже, я не знаю. Ребята, лайки выгружаем, у меня 5000 уже. Блядь, они ожили, ну его нахуй, ливаем. Все, ребят, ныкаемся, пошли на бой. Ливаем, 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 все, заныкайтесь, статус сейвите. Не давайте им фрагов, слышь, играем на сейв. Так, а кто у них не зашел? Они боятся, они просто боятся. Очкошники! Опа, сюда, Хэнди! 7000. Сколько? Все, прячемся, Лапарт подожди, присядь. А, блядь, не помещай. Не, пойдем сюда. Короче, сейчас я пописываю и буду. Я даже покакать почему-то захотел. Давай. Я тоже так слегка так, знаешь. Бля, и сейчас начинается разминка просто у нас. А где у вас два? У нас срут. Бей, бро, Джоси, Джобас. Чего? Сколько? 7000 лосей? Да, блядь, быть... Подожди, а сколько онлайн? Блядь, сейчас. Сколько онлайн-то? У меня чат-то обычный ютубовский. Ну, типа, спасибо. Блин, вы чё сегодня, пацаны? Спасибо. Нет, серьезно. Чё-то я сегодня охерел немножко. Спасибо, ребята, я рад, что получается настроение поднимать вам. Спасибо, я и сам кайфую. С ножа хотел зарезать. Мы за тебя. Спасибо, ребят. Не получилось предыдущий выиграть. Ишь, отсосали. Блин, мне не хватает тоже скилла, конечно. Там сильно играют. Там, я говорю, девчонки, но они все левелы хрен знает какого. Какого? Мы у вас все равно выиграем, ясно, нет? Выходим. Стой. Я их задисморалил. Все нормально. Пойдем. Давай, нормально. Стой. Ой, блядь, их там человек 20. Не надо. Ну нахуй. Быдло! Быдло! Копье бери! Нормально, понятно. Все, давайте, три мужика на одну, хорошо! Хорошо. Найс, так. Отлично. Ну, пишите этот. Голландский. Я красивый, мне, говорит, тюрьму нельзя.
Ой, я бы затеров начал на самом деле. Да. А уже все. Уже ну все, пиздец. Я ливаю, блядь. Я мид играю, мне похуй. Я шорт. Я на Б. Я на Б. Мы с Олегом на Б. Тём, разбей. Давай. Разбейте. Я хуярю на миду, пизда, сразу говорю. Давай. Смотри. Бля, минус ебальник, чекай. Кибератлет, ну. Нету. Нет. Это выход будет. Яма тоже нет. Они сейчас жестко куда-то будут высыпаться. Да. Б не вижу. Есть, да. Пит. А это А, само собой. Всё, это А, погнали, Толь. Погнали. А может быть и пиздёж, нет. Уходим. Подожди. Я что-то не хочу. Нет, А. А где, Олег, есть? Иди, я останусь, шарта зайду. Хорош, ребят. Нормально. Апсы. А, блядь! Б. Двое. Я бегу, Б. Одна в апсах. Всё, двое Б, одна в апсах. Это был фуйк. Не зря я остался, видишь. Инфу дал своим ебалом, блядь. Я красный. Собрал еблетом инфу. Да я тоже такой. А ты такой, блядь, красивый. Мой молодой. Мечтаю о дуэте. Я провяжу тебя. О дуплете. Давайте. Блядь, еще одна. Две кичен. Да как? Ну был уже прицел на голове, ну что за фигня? Чё, не дают, ребят, там 10-й левел. 10-й фейсит играют, девчонки, я же вам, блядь, не шучу. 10-й, 7-й, какой там, 9-й, да, сказали? Там играют пиздец лютые. Три десятки, ну там не, там выше. А кто там, киберспортсменка из них? Кэнди. Ебанись, блядь. Ну куда вообще зашли-то? Ну она не играла год в КС. Охуенно, блядь. Я бы её, как говорится, я бы её, кстати, разогрел бы, не надо, тихо. Шаги были. На миду есть. Мид есть, да? Андер есть. Один. Съебусь. Скамейка, поживи. Иду. Псы топнул. Угу. Пит смотрю. Андер бегут. Ладер, шорт заходит, двое. Ёбаный в рот, блядь. Бля, нихуя на прыжке мне ебало дала. Я так не играю, нахуй. Ребят, ну мы прошлый тоже 2-0 проигрывали, а в итоге почти выиграли. Спасибо, что напомнил, Толь. А, о чем? Проиграли. Ебать, тебе об этом напоминать надо, что ли, блин? Нажми на тап, получишь ориентир, как говорится. Андер есть. В день, когда исполнилось. Андер убил. Мне 16 лет. Мид не вижу. Мид, походу. Зарашу мид, помогу. Хрош! Хуя себе, блядь! Мид. Ульта мид. Пошла, ульта! Косвенный в мид. Мана откопилась. Пострелил. Иду мид. Let's go! Ебать, кто там, блядь, зажал? Скрин бан на Твиче. Ты кто, говорит, я доброжелатель. Тук-тук. Как в очки. 404-я, блядь. Ответчик. 404-я, как слышу. Мид есть? Да, нахуй, я не иду туда, там очень больно. Лапарт, видишь кого-нибудь? Мид за ящиком, право. Ой, сука, блять, она перестреливается, она... Ты что, охуела, блять, совсем там? Не надо. А, съебался. Мид и под этим стоит. Камейка! Забрал. Нахуй, горим. Яма. Да. Хорош. Смотри эти, как хуйню эту. Бля, Толь, яма! Блядь! Один в этот, вверх-вниз. Хорош. Вверх-вниз. Я думаю, это Б будет. Ну, скорее всего. Да она заебала, блядь. Толь, останься. Ладно, нет, я слышал, где. Б. Блять, кичен и сайт, сука, блять, ну.
Сидит она там, блядь, высиживает! Она всегда там стоит. Девчонок, не могу, блядь! Да, мы с это там чисто присрать в консоли и погнали там. Ой, блядь. Сейчас один прописываем, но клип год включили и все, и погнали. Ну, чё, поехали. Блядь, я на втором месте на Миражи, я вообще его нахуй ненавижу. Ну играйте, воины, блядь! Мид. Да пиздец. Я ему не увидел. Мид. Мид лоу хп. Стоп. Шорт. Раскита. Блин, ты как ты это делаешь, блядь? Инфа. А, выходит. Мид, шорт. Яма. Еще яма. Лапарт еще один. Что такое? Тэшка и двое. Один шорт, один. Что такое тэшка? Деспаун, блядь. Мид. Вышел с ямы. Мидл, апер мид и нахуй. Ебать, дебил! Хорош, Лёха, флешку накинулся. Давай! Загоняет Лёху, загоняют, блядь. Хуем, блядь. Загоняют, блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я её чувствую. Нос воткнул, говорит, ей в АВП. Я бы его... Чувствуешь, чем пахнет. Селёдочка. Тихо, блядь. Какие же вы идиоты, блядь. Я такой же. Хуя! Слева, 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 слева! Бам-бам-бам-бам-бам. Вот когда... Ай, все, блядь. Ребята, я не умею играть в Мираж, я не шучу, блядь. Ебучая карта. Я на Б, все, я не хочу. Все, блядь, скипаю КС, идем в доту играть. Будем как настоящие мужики друг друга это. Пойдем, короче, на футбик на экстан позовем. Прикинь, они еще и там нас разъебут. Представляешь, просто на футбике на забиве, блядь. Просто вышли. На козла, ебать. Попал, по-моему, мид. Б есть. На! Андер есть, Андер есть. Я уебал, под Б есть. Пиздёж. Коннектор будет. Флешка. Какой же тайминг на респе у себя. Флешка, я флешоный. Коннектор. Шорт. Шорт прошел. Хорош. Шорт убил. Еще. Под окном был. Мид, мид еще есть. А, это свой был. На респе в Б ушла бомба. Леша, 19 хп. Мне пизда, Андрей. Брата. Я ни о чем не жалею. Хорош, то ли бомба. В окне. Господи, если ты есть. Я бы зажал прямо сейчас, хуярил. Блядь. Ты заметил, он даже не нажал кнопку, блядь. Охуя ты, блядь. Хуя рудники проклятые. Так, почему молчишь? Что ты, братишка, прийти? Обида залита. Не можешь нажать, ну нажми. У меня такое ощущение, что изначально яма. Не было шансов, при том, что я знал, где она. Вообще, причем, знаешь, сразу яму. Ручки опустил. Как она откуда знает, что я здесь стою? Бро, они 10-й левел фасика, еще раз тебе говорю, они ебнутые, блядь. На нахуй. Я понял. Ай, блядь, ты что? Уже шорт пробегает на Б. Мне похуй, я ее все равно сейчас поймаю. Это, блядь, дело принципа. Ну все, пиздец, очканули, на ушли, ясно. Хуйня, блядь, игра. Мне кажется, меня сейчас сзади зарежут к хуям собачьим. Мне не кажется, я так уверен. Резать со звуком. Да-да-да-да. Добрый вечер, Алексей.
Блять, мне показалось или нет? Бля, девочки, ну его нахуй. Вы же девочки. Прекратите, блять. У Лихи уже нету стимула выиграть. Просто хотя бы эмочку сохранить. Просто хоть что-то, блять. Уёбывай, уёбывай. Съебався. Ай, блядь. Так, а я даже вот и не знаю, как... Ай-яй, яблоки ела. Ну, я в КД один иду почти. Чтобы вы понимали, у нас ниже пинг, чем у них. Мне кажется, пинг здесь не в пинге, блядь, дело. Пизда, там все мид нахуй. Три мид точно. Ой, бля. Давай, пойдем. Еще мид слева был. Слева, а, слева. А, да, я просто пацан, смаху дай мне подсад, дают. Дай подсад. Есть. Ой, блядь. Стул под окном. Стул и... Похуй. И похуй. Блин, блядь. Там, короче, на Б, скорее всего, заплывется дурак. Да нет, да нахуй, не-не-не. Там надо... башки было. Короче, быстрее надо издастые. Мираж, ребят, Мираж, они часто очень играют киберкотлеты, поэтому здесь выиграть, блядь, зря мы вообще Мираж. Даст это не их было, поняли. Нет, Даст, да, Даст, типа, очень мало знает, кто как играть на самом деле. А вот Мираж, блядь. Дерьмо ебаное. Сагл, блядь, просто заебал уже на фасике. Я его, блядь, уже кикаю просто из списка. Шорт проходит. Блять, да стой! Хватит меня убивать! Сука, первым патроном! Блять, тысяч лайков, красава, ребята, аплодисменты. Походу, это будет быстрая катка. Это будет слишком быстрая катка. Хорош. У меня горит? У меня, блядь, горит? Не горит у меня, нахуй. В чате. Пермаки, ебанись тоже. Ураган уже как будто не пытается, знаешь, типа. Принятие, стадия. Да-да. Да, блядь. Охуенно. На, блядь. Она с ножом кралась все это время к нему, блядь. Пиздец. Так, ладно, все, пацаны собрались. Мы а, да? Пору. Надо бы 2к бай на самом деле сделать. Надо нам да, с экономикой что-то сделать. Next, да. Зачем 2к? 500 рублей, блядь, и все видно через стенки. Погнали. Еще Павлос вышло и под... Блять, это... Задавили Олег авторитетом. Да как? Нет, пожалуйста. Каким Павлошке бы прилетел сейчас? Я бы не удивился. Ну ходи, убивай. Давай камбэчную, давай, блядь, поиграем. Смотри, я могу Б встать, реально могу встать, прям в Солянова. Хуй пройдут. Они не ходят на Б. Ну встать не тогда квадро, и все. Они мид занимают в основном. Я врубаю МЛГ, нахуй. Нам надо было просто теров начинать, на самом деле. Теров проще. Да, блядь. Хорош. Есть что пострелять? Там ССГ ток. Мид. Забрал нахуй. Хорош, что ли? Мид не видно было. Блять, а кто? Сандер вышел. Анга. Андер. Я мид смотрю. Хорош.
Let's go. Это такой жесть. Да пиздаем все. Все, блядь, у меня ульта откатилась. Собрались, ребята, собрались. Знаете, что, время. Тут правда в том, что они просто Геншин открыли, такие, да похуй же. Погнали, погнали. Б, ой, Ара, на глаза все в молоке, спасибо, накормили. Там двое без леса, двое павос. Давай, Толя. Блин, Олежа, твое, давай, твое, сожрать. Почти, лучше, ух, сожрал. Лешенька, Лешенька. Алексей. Алексей, ювелир, блядь. Лешенька. Ваш раунд, Алексей. Мне в чате пишут, ебать, это так третий левел играет. Да, Лапард первый, я третий, нормально. Ну просто очень не везет на фейсе, понимаете? На десятки попадаем, на тройные причем. Не знаю, что делать. Выбить. Убивать обеих и дефьюзить, смотри. Иди чай завари. Желательно с ромашкой, чтобы это, как бы, ну, руки не тряслись. Как проснешься? Вот, нажмите сейчас все F10. Что зачем? Это такое? Ну, нажмите, там ничего не будет. Я понял. Ураган, ты, блядь, дезморалишь, Тима, ебать, ты бы лучше убивал, нахуй. Чё там по счету, Ураган? Да. Понятно, блядь. А, мы с Ураганом на первом, да, F10, нахуй. Так, ну что, пацаны? Если сейчас мид кто-то накинет, можно разъебать мид, они что очень часто накинуть? Его выходят. Наверное, флеш. Можно двойную грену на мид. Прям туда, знаешь, куда в коробке. Они очень часто мид пикают. Я выйду, прям выпрыгну, ебану. Флешка раз. Флешка одна. Флешка два. Я понял. Хаешка одна. Я пошел. Павос не вижу. Андер! Андер, блять, одна Андер. Ушла на Б. Ушла на Б, в сторону Б пошла. Нет, один. У меня щелкает на один. Блять, они на один. А помнишь, я хотел сделать банду YouTube против девушек за рубу? Ага. Забудь, нахуй. Больше. Шварт. Куда там, Толя, куда там? Просто забудь и забей. Я на самом деле так и знал, что так и будет. Я знал, что меня зарежут. Они слышали, где я есть. Здесь слоно бы меня зарезали. Алексей, мне это не нравится. Они меня сейчас могут доебать, я реально эту катку выиграю. Я тебе серьезно, блядь, говорю. Алло, камбэчная, блядь. А, прилетело, прикольно. О, там хаешка и все. Бля, как классно. Ой, еще флешка какая-то. Сандра одна вышла у меня тут. Олег, да. Оф. Иди. Так, что ты написал? Под бэп. Что это, что за роспись, Олег? А, я не знаю, график какой-то случайно. Под бэп одна была. Мид есть? Еще. Мид за коробками. А, хаешка еще. Да. Что-то, блядь, тоже заболел. Ураган, давай, эй. Бля, ну нажались, потому что мне эти отвечаем, это, блядь, галач слопнет. Хорош! Чё? Кто там хомячка душит, блядь? Смотри, они булят нас, нахуй! Кошмар вообще, реально, а?
Мы их ни разу не булили, кстати. Блять, согласен. Я вообще ни разу. Можем начать. На игру тоже похуй, да? Да не, что за комбэчим чекать. Алиса же упала. Ну что такое? Почему все так плохо? То есть мама вы слышала, да? Спасибо, наконец-то ее убили, блядь. Да-да-да. Они Б пошли ставить. Олег, тебя просят все проснуться в чате. Как я должен проснуться, если я полтора месяца не играл в КС-ку? Как я буду играть? Олег, это не поможет, я вам, блядь, спойлерю просто. Это мы лучше стали играть, понимаешь? Да, конечно. Олег, я куплю мерч, ура, хоть у кого-то мерч будет. Мысли, блядь, у кого-то нет мерча. Алло, нахуй, я не понял сейчас, блядь. Сюда. Все, ласт. Не успел договорить, что легкая должна быть. Ну все, Затеров у нас пойдет, отвечаю, смотри, 100%. Затеров, если все вместе будем дальше сыграть, то пойдет. Только один вариант. Ребят, командуйте мной, я готов выполнять. Нам самое главное пистолетку взять и все. Го просто ну, на похуй, на что? Похуй просто. А знаешь как, минута 40. Ждем Грену, а 100% сейчас полетит Грена. Я тебе, блядь, просто 300% даю. 300? Да, смотри, ну, фиксируй, спасибо, смотри, смотри. Просто shift. Shift ждем. 3, 2, 1. Ну идите нахуй. Поехали. Погнали. Даю в джангл. На голове? Я голову дал. Я тут тебе что? Это вообще сейчас как? Подожди, это сколько? 4А? Это вообще сейчас что или было? Или 5А, подожди, а сколько было сейчас? Нет, трое, их три было. Нихуя их не три было. Под Сити и Джангл, они просто перекрестным нас по хедам раздавали. Я, короче, спиной побежал на мид, не знаю. Смотри, подожди, Олег. Олег, ну как же это главное? Смотри, Тори, смотришь, смотри. Так, давай. Я отвлекал на тебя внимание, вы должны были убить ее. Джангл. Ой, джангл, господи, коннектор. Коннектор. Хорошо. Шорт. Ушел, человек. В лестнице. Да, вот туда самого. Ай, блядь. Он сюда смотрит. Я не могу попасть, пацаны, сорян. Я просто, блядь, не попадаю. Оля, давай ранбуз сделаем сейчас на мид. Хуйбуз, блядь, давай выиграем хотя бы. Ну давай, смотри, я отвечаю сейчас, ты меня подсадишь, я полечу и, короче, дам килл в огне. Давай, пошли. Я тебе вот прям вот базарю сейчас, смотри. Пишем на мувик, ребят. Так, а где я должен тебя? Вот тут. Ну-ка. Готов? Давай. Давай, раз, два, три. Ну. Не побежал. А что ты не побежал? Давай. Да хуй ты. Олег. Давай, раз, два, три. Два с прострелом. Да убил, бега! Хорош, Олег. Сзади! Ебашьте, ребят. Толя, номер твой. Коннектор. Блять, живи, родной. Лучший. Хорош. Давай, пацаны. Давайте. Let's go! Блять, рандом. Смотрите, ребят, если под Б сейчас не локнете, Б могу открыть. С прыжка заберу сейчас. Давай. Открываю, я тебе, конечно, блядь. Верю, открываю, разве могут быть фотке, сомнения? Смотри, я дам смог в кухню, парни, вообще легендарный смог. Сейчас просто не идите, смотри. Нихуя не проходит, поехали. Давай.
Все, наш раунд, наша игра. Сзади, сзади, кто в кичине, сзади. Ай, блин, я в флешке был и хотел зарезать. Она сейф пошла. А, у девушки трансляция Мила точно ведет. Ссылка тоже в описании есть. Ребят, посмотрите мои админы. Утоли, подождите. О, так а давай, какая разница. Нам все равно нечего терять. Пацаны. Я на втором мониторчике скинь ссылочку, пожалуйста. Сейчас, Олежек, смотри, даю, значит, информацию. Еще раз Б могу. Пацаны, даю информацию. Давай. Ребят, админы у Толяна, посмотрите, пожалуйста, тоже ссылочку на девочку. Давайте тоже поддержим. Так, ой, я тебе скинул, Олежек, все нормально. Забрал, поехали! Летс гоу, доходим! Оло, комбэшная. Это мы. Шорт смотрю. Охренеть, дал смог. Свои человечек. Спасибо. Дал смог. Не пойму где. КТ. Погнали. Лаз, давайте на наш возьмем. На тикете. Оло, комбэшная, блядь. Чуть-чуть дал. Флэш. Хорош, лучший. Нормально. Ребят, еще раз могу бы так же. Россия! Олег, ты в ТикТоке сегодня ролик увидел или что? Не, давно видел. Дым дам. Меня простреливают. Он стоял под машиной. Под машиной. Сзади убил. Там убил. Проходите, кичен взял. Спину дал. Дым закрыл. Кичен взял. Черт. Под окнами. Инфа. Кичен выпрыгнул. Алексей, давай. Лучший. Хорош, Олег. Let's go. Так, у них сейчас бай будет. Если выиграем бай, то выиграем у них. Ну заебал, блин. Че ты начинаешь? В это действительно еще кто-то верит. Дай флеш мид. Кто-нибудь даст? Кто-то оптимист, а кто-то реалист. О, отлично. Кто меня режет? Лево, право. Шорт. Убил шорт. Шорт убил? Да. Останусь мид. Спину смотрю. Есть джангл, по-моему. Ай, стой. Сайт. Ну, хорош. Я шорт смотрю. Спина никого. Джангл шорт. Две снапы. Секунд. Поехали. На, пошли. Смотрю. Я шорт смотрю. Погнали, 3 секунды. Быстрее, блять, ребят. КТ. Шорт смотрю до сих пор. Быстрее надо ставить. Хорош. Найс.
Блять, шорт. Шорт, лад, шорт, лад. Все, просто играйте. Все, играйте закрыто. У него ава, у него ава. Вообще, Тём, закрытую, прям просто в упор, вот так стой. Все, да, да, все, вот так стой вообще до талого. Голова. А, Наталья, стрим идет у Лёши, у Лопарта, у Милы, тихо, у Костеровской. Тихо, тихо, тихо. Вместе только. Я байк. Чё? Ребят, вы, блядь. Тихо! Он диффузит. Нет. Нет. Живи. Все. Вали, лучший. Вали. Я хоть что-то сделал. Артём, у вас там что, блядь? Тремор начался или чё? Что это, блядь, за зажимы, нахуй? Работяги, откройте чат. Чат откройте, пожалуйста. Ребят, под яму хорошо стою, могу яму убить. Если убиваю, давай на А зайдем. Давай. Реально могу. Просто, просто только не блокните ничего. Без дымов, без нихуя. Я с апсов спрыгну с бомбой потом. Ага. Ну, у нас три как бы... Да. Пусто. Никто не проходил. Блять, не вижу никого. Это, блять, запушено. Рядом. Пиздец. Охуительно. Ну, коврами. Ебануться, я понял. Я пошел. Бля! Бля! Что за пиздец, блядь? Ой, да не, мираж, что, бля, это пизда. Нормально, full buy делаем. А, да. Вам просто ебальники там жестко поставили. Надо быстро было, блядь, выходить. Давайте Б вылетим. Давайте, на ноге похуй, типа. А, смок есть? Вижу. Вот, полетели. Ой, как вкусно. Как так? А я не знаю, просто смоку прикольно. Чёрт. Пиздец она, блядь, пиздец. Нахуй под кокаином, что ли, играет, а? Я хуй знает, явно, что делать, пацаны, типа, ну там весь стак. На А вообще, на А просто хуй кто был. Я не знаю, как это, блядь, работает. Стрим снайперы. Не. Ну да, ну да. А реально было пустая. Ты мне реально ссылку скинул, Толь, на Twitch? Да. Я думал, ты рофлся. Нет. Так, давай посмотрим, Лёх, сейчас я тебе дам инфу. Короче, смотри. Они четвером в слайде смотрят кищу, блядь. Две в слайде, один кищу. Я не могу попасть, сорян, пацаны. Вообще не могу нихуя в этой катке. А, не, забей, все нормально. Да, похуй. Нормально. Все нормально, блядь, все нормально. Девочки проиграли нас. Бля, сорян, ребят, я ебать, я эту катку сейчас играл. Где-то с третьего, с четвертого раунда у меня, блядь, просто так в виски начало хуячить. Я не знаю, что, то ли опять насмеялись, то ли давление такое херачит реально. Надо, блядь, к врачу идти с этой темой, потому что, ну, башка просто, знаешь, такие прям резкие, такие колющие, такие, как вот, знаешь, прям бах в висок, блядь. Сорян. Тесто в 5 или чё? Я предлагаю крайнюю, можешь сыграть. Да, я согласна. Мне уже надо бы идти там просто. Грубенько. А? Ты же одну успеешь. Ну, одна это час еще. Мне надо к 11 быть. Да, что-то поешь. Блять, ну на 10 минут поздравишь, ничего страшного. Что мало сказать. Мы успеем быстро, мы обещаем. Мы не будем больше поддаваться. Мы? Кто? Мы? У меня мы вообще будем. Лагает. Ладно, вот я это вот... Я играл с вебкой, было видно, я играл носом, я стрелял носом. Бля, старичок, походу, дело реально, ну, какая-то херня, потому что башка просто, знаешь, прям такие резкие, такие колющие боли, как будто, знаешь, от виска до виска проходит, просто бах, блядь, я сижу, у меня прям в глазах аж, знаешь, темно становится. Это именно вот когда вот сильно вот поржешь или еще что-нибудь, не знаю, почему так, то есть на обычных стримах у меня такого нет. Я предлагаю DAS. Что за недовольство? Не, я не хочу. Ну, смотрите, DAS забыла сегодня. Давайте Инферно, да. Вертиго лучше. Ну, давайте не слушаем, они знают. Ну давайте Вертиго, да. Можно Вертиго скатать. Или Эншент. Не, Эншент не надо. Алексей, вы на меня злитесь? Ты сейчас со мной разговариваешь?
С вами. Вас же Алексей зовут. Мать, мне 34 года в этом, блядь. Ты что? Я думаю, что за КС-ки буду злиться. Конечно, злюсь, ты охуела. Ну, прости меня, пожалуйста. Ну, мы с тобой просто договорились. Ты меня спровоцировал грязно. Валя, ты любишь грязно? Грязно спровоцировал меня. Хорошее поколение подрастает. Мне это нравится. Эншен? Не, подожди, Вертиго, давай сходим в Вертиго. Да, давайте Вертиго. Тускан или нахуй? Я за Вертиго. Давайте Вертиго, да, тоже. Я Эншен вообще, блядь, два раза играл. Правда, у меня голова заболела, что-то. У нас вечный ураган, понимаете? Мы все, короче, на подъеме ебашим ураган. Ну все, помянем, ебать, перекрыли. Мы все умрем, нахуй. Нам всем пизда. Ребят, спасибо огромное. Девчонки, на самом деле... играют, ну, очень жестко. Честно вам говорю, вот сейчас, да, там пиздец лютый. Я не знаю, как мы вообще первую карту с ними даже играли. Там играют Касперовская очень жестко играет. Вот она что-то сегодня не раскрылась. Там играет Кэнди. Это вообще, блядь, по-моему, какая-то киберспортсменка или еще кто-то. То есть, ну, там вообще пизда. Там 3/10 левела, 1/9 и 1/7, по-моему, левел. То, что, ну, так как мы отыграли, я вообще хуй его знает, как мы выиграли, блядь. Как мы, точнее, хоть как-то играли, я не знаю. Но было очень интересно. Сню, я умираю каждый раунд от нее. У меня просто так сгорело, что я заорала так громко. Я просто выхожу, убиваю. Каждый раунд выиграешь. Я понял, да? Так я просто, я такая, убиваю, довольна, иду. Мне просто в лицо с одной, с этого дерьма. Я такая, так. Я думаю, спокойствие, ничего не будет. Негив, да, негив жёлтенько. У нас Олег профессиональный негивист просто, на самом деле. Кто? Там пару бутылок. Ой, тихо вы. Тихо, тихо, блядь! Осуждаю, сука! Всех! Ничего не было. Да? Я тебе потом расшифрую. Там корень слова. Так, это кто поддержал? Кого в бан сейчас? Подождите. Бан, Пермакс, раз, дайте Киров тоже. Киров бан. До свидания. Пермач, да, всего доброго. Без разговора. Куда заходить? Есть куда заходить? Да, в Амангас. Я не понимаю, там какие-то... А где? Амангас опять, вот этот чат. А, я тут уже, боже, сумасшедшая. Запускайте этот, запускайте Вертиго, да и все, и не парьтесь. Реально. Будет Вертиго. Давайте. А кто у нас? А Толя вас зубастыми вагинами назвал. Кто такой Толя? Что? Пиздёж, не было такого. А Толя ушел уже, кстати. А Толя ушел, а он в домике. Ничего не другого взяли. Да, он пожилой, ничего не получится. Надеюсь, ему письку вам сделают. Как? Вадим не зашел. А кто не зашел? Леха, ну кто еще? 25 сантиметров не зашел. Блять, ну прекратите, ну что вы нахуй, ну что за ебучий... Что за кибербул, блять, опять начинается? Заметил, ну ладно, девчонки такие, ля-ля-ля-ля, первую катку потели, только выбились в Мираже Плюс сразу. Сюда, нож! Не, на самом деле, я когда увидела, что Харт остался, я просила не убивать его. Мы байтили на выстрел. Я говорю, пожалуйста, не убивайте его, я иду к нему уже, я слышу его. Леша, Леша. Леша, ты понял, на тебя можно Толь, байтить. Толь, просто, просто тихо, она мне нравится. Просто ничего не говори. Она охуенная, просто молчите, блядь, говори. Ничего не говори, в глаза мне лучше посмотри. Ведь это были я и ты. Цветы. Блядь. Ой, бля. Ну, получается так, получается так. Блять, срамота ёбаная. Блять, фу. Это так вроде мерзко, но так приятно. Я, говорит, все время испытываю двоякие ощущения в области. Вообще парка, конкретно. Так. Сказал бедняк. О, все. Дело сделано. Олежек, ну, у тебя появилось желание поиграть снова в КС-ку? Нет. Откуда оно должно быть? Оно, мне кажется, уменьшилось еще в 4 раза. Тебе не обидно? С кем, говорит, с вами, с уродами, пошли вы нахуй. Я полтора месяца не играл, ты сделал больше меня, там, 3 кило, 4. Ну вот, а раньше я делал на 20 меньше. Не, на самом деле, ребят, зовите, если просто даже поиграть вечерочком, там, без стрима, я взорвусь вообще с радостью. Мы сидим, да, вон Лопард заходит сейчас, Мил постоянно играет. Не-не, без шуток, давайте, если хотите, стак соберем, можно поиграть, ребят.
Можно и посерьезки поиграть. Я играю в героя. Герой мечтает магия. Да не, на Олег на самом деле молодец. Хорошо, не играть и нормально. Снегива, как он разваливает его. Негив, забей, Негив просто, это имба вообще, реально. Так, ладно, девчат, удачи вам. Мы настроены на этот раз на серьезно, поддаваться больше не будем. Кэнди, я за тобой наблюдаю, я тебе сразу говорю. Сучка. Он сказал, он кого-то оскорбил, по-моему, слышали, да? Я репорт кинул. Он послал только он тебя. Да, подожди, я репорт, ну-ка, блядь. За меня тоже не боните-то. Доброжелатели, блядь. Пойдем сюда, пойдем сюда, пойдем сюда. Вот сюда, вот сюда, все вот сюда вот запрыгиваем. Все. Только вот кто я там? Олежа, иди сюда. Олежа. Он ведет. Хорош! Все, разменчик был. Охуенная идея, блядь. Надежный, как вбитый в стену гвоздь, ебаный в рот его. Давай на лицо им! Дай сюда мне ее! Вот эту мне, блядь, у сука! На, ёпта! Все, да! Давай! Я с ней пизды дам, блядь! Давай! Блядь, как въебал бы мышкой в стену, блядь! Лёху хорошо надо в свою игру. Лёх, пойдешь завтра в свою игру? Да нехуй делать, когда? Завтра нет. Мы завтра в этот... А во сколько, Толь? Мы завтра в Red Bull в 3 часа едем. А, в 8 я успею вернуться. Если меня пятничные пробки ебаные не поглотят. Лопарт один раз ходил на свою игру, ему понравилось. Ну откуда там, блядь, это... Он еще молод и горяч. Чекай завтра, кто тут тупить будет. Чекай нам. Подъем, Питер. Но блин, блядь, ну хватит! Чего себе там? Увидел один в пленте. Еще одна! На. Еще в сайте! Сзади! Да как? Ебать, у кого-то пригорело. Сейчас она пизда ей, блядь, будет. Ду-дун. Видел. Да. Ой, иди нахуй, я просто, блядь. Ну почти. Не сиди ворваться на. Знаешь что, с маками, да. Го ебанем на просто резко. Давайте. Да. А мы с ромашками. На поле в жопу ебу. Ой. Бэк-вокал. Против девчонок играли, да. Ну и как? Как в меме вот этот в лодке. Да. Цемент не забывайте. Сайт есть. Цемент? Найс. Ебать мы просто, блядь. Ай, тех неожиданности, что? Все, да? Блять, грена, пизда! Бля, очень. Слушайте, вы заметьте, мы не в закрытую играем, мы прям хуярим, реально. На характере просто выйти. Знаешь, что можно, слышь, можно под Б прям так же выйти. Вообще просто давай, похуй. Давай. По лестнице давай. Тебе подняться там, да? Да, вообще на похуй. Погнали. Я потушу, если что. Че, кто кого банит? Никто никого не банит. Ребят, лайкосы выгружайте. Не, давайте 20 тысяч лайков довезите. Хуя себе, блядь. Кто ты воин, блядь? Кто ты воин, да? Смоку стоит. Сайт убил, еще сайт. Ставьте. Еще сайт слева за смоком. Емка валяется. Блять, еще два. Два фарму взяли. Да, правильно даешь, Лопарт. Бля! Я думал, я не один! Так ты не был один. А, вас было двое. Мы с тобой были. А, this is the end. Так, ладно, атака, а, блять, хуй с ним. А вы же у меня смока нет. У меня есть смок, нормально. Ладно, кидай. Кидай. Сейчас лава попаду. Ладно, сейчас будет жестко. Есть сайди, двое. Две, раз, два. Рука. Есть. Дал. Даю флэш. Карман убил. Блять, сзади, заебали нахуй, а. Блять. Хорош. Боже, блядь! Платите! Платите, Алёна, найс! Рука в смоку. А, как да. Такое может быть?
Это шок просто. Нахрена мы после третьего? Вот вопрос, а? Я не понял, блядь, как она быстро такая... Как она прочитала, что я пойду в карман? Я тебя переименую, ураган, сдаюсь у тебя. А что? Из морали? Хочешь завтра тоже на свою игру? Конечно, бля, как в прошлый раз, что после этого не представляю. Тот самый долбоёб, который ничего не угадал. Конечно, погнали! Не спрашивайте. Давайте, ребята, отыграем. Сити! Нахуй, блять. Знаете, калаш, у меня хп мало. Подо мной. Лево смотрю. Лево взял. Смотрите вправо. Вот, видел. Стоп. Стол справа. Ураган справа, да. Я сделал все, что мог. Нет, я сделал все, что мог. Зря чем тебя ждет. Они обе справа. Да, не знаю, где-то. Не знаю, это тебе все. Они уже вычислили тебя по IP, они уже едут. Серьезно? То есть я в голову даю и нихера. У них голова не там. По поводу реги, кстати, много вопросов на самом деле. Я не знаю, что это за фишка такая, но здесь реально что-то с регой. С регой. Я просто смотрю уже неоднократно, и мы попадали. А это, кстати, и в обычных катках, на самом деле. Да-да-да, но типа на фасике нет такого, допустим, я не вижу. Не-не, есть. Блять, да что это? Чё? Нежданчик. Я понял, нахуй. Может просто прыгнуть вниз, и всё. Хуже уже не будет. Я, говорит, ливаю, блядь. Хорош. Сюда. Блядь, выйди, пожалуйста. Да не пох. Бля, там... Ну, зато выбили девайса. Мы молодцы. Знаете, нет, пойдемте вот каждый раунд дигвы и выходим на вот просто в тупую. Нам надо просто вместе, да, выходить, все, больше нет вариантов. Давайте. Либо Б, пойдем Б, там Б? Один всегда в Б стоит. Хотя сейчас будет пятеро, я на 100% уверен, ну и ладно. Не, давай посмотрим. Убил. Вот сейчас есть инфа. Ураган ушел. Да, я пойду покушаю. Сайдер. Забрал. Я 2 хп, ребят. Блять, за синим первый! Блять! 3Б. Подъем. Оба, сити и подъем. Рядом Олег, справа и слева. Ну что за бред? Все нормально, ребят. Теперь девайсы берем и идем нахуй. И выкидываем их нахуй. Мы его играть не будем. Нормально, реально. Идет мораль. Лёха что-то прикинь, заметил? У меня башка, блядь, сейчас взорвется просто. Я не знаю почему. У меня прям что-то очень сильно голова заболела. Вот орали вы, болит у меня. Их до хуя здесь. Их очень много. Сайди, прям за оранжевым. А, поехали за ногами. Блять, сзади, да сзади, сзади, нахуй? сзади. Сзади есть. Забрал заднего. Вверх подъем этот. Окошко. Окошко и сзади. Да, блять, вообще происходит, я... Да как так? Такс? Собака такая. Такса. Чити. Я ебал. Беги, Лёха, блядь. Давай с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Давай. Заебётесь, блядь. Заметьте, как мы с ума просто все начали сходить. У меня уже в чате пишут уровень нытья, ураган. Нет, Олег, тебе больше никогда не приду. Почему? Ну сейчас. Обидел человека, то ли красава. Чем?
Иди нахуй просто, а. Прыгай сам, чтобы не зарезали. Просто прыгай сам куда-то. Хорош. Ну, почти. Ну так вот, ураган, чё такое-то? Да потому что, сейчас, что там писали, то, что уровень нытик ураган? Вот сейчас, после этого, везде будут в комментариях писать «Ураган нытик», в прошлый раз после своей игры, реально, а, это тот самый тупой из своей игры, вот все, нахуй оно мне надо. Кайфом. Я бы просто буду сидеть, как бы, и да. Тебя знаю в лицо. Блять, не слепым, да, и так в лицо. Спасибо, Толь. Не случайно. Not bad. На 6 хп. Подсадите вот, только вас, смотри. Давай, пойдем, давай, нормально, вот так. Подсаживаю. Они бегут, нам лицо умать. Фу, тебе сейчас будет. Уф. Давай. Убивай. Пойдем отсюда, нахуй. Так, я запрещаю про урагана писать чат плохое. Все. Да не писай. Блять, красный, заберите ее. Are you fucking serious? Держись. Абоба. Ураган, ОХП, беги на Б. Быстрее. Эп забайтил. Не успеешь. Быстрее! Видите, на теле на расслабоне. И в чате написали, что ураган, не волнуйся, после своей игры хуже Лёши все равно уже никогда не будет. Все, изи. Кто это пизданул, блядь? Я сейчас зайду, нахуй, посмотрю. Знаешь, Лёша Хайпер ответил просто крылатую фразу. Он ответил на вопрос «Красавица против чудовища» фильм называется. Вот как бы диснеевская сказка, если знаешь такую. После этого у меня чат просто ушел нахуй. Хорош. Рашит, по-моему, снизу. Да-да-да. Как так? Мне страшно. Блять, мид каленая. Ну я... Да нахуй, а. Да не расстраивайся, дурака. Сука, лево, ты смотри. Играешь против 2К плюс Ела. О чем ты? Что ты ждал, блядь? Я амонгасер, мне похуй. Короче, я предлагаю Next это в амонгасах позвать, блядь, и там разъебать просто четко, блядь. Давай я еще баганый мод это сделаю, чтобы... Хорош. Так, го, выходите оба только вдвоем. Есть, ситит. Хорош! Ну вот видите, блядь, нужно выиграть. Эмку дропну. Берите. Ай, блядь. Ой, мне, ну, эмку возьмите, кому надо. Ребят, сейчас флеш накину опять тебе спортивную. Мне нравится, первые две катки на позитиве дальше. Нахуй, блядь. Блин. Сиди, Толя, вот здесь вот. Давай. Что? Чего вы не чихаете-то? Хуя, блядь. Да не нахуй. А где она стояла, подожди. Вот он. Не. Ну и где? Ну вот каким макаром я не убил. Сити 50 хп, даже меньше. Одного убил. Пойдем, Толя, похуй. Нормально. Там Сити есть. Я понимаю. Под рампой. Да не, я на ушел, но его нахуй. Давай. Я поставлю просто бомбу и все. Там 50 хп одна. Вот, все, нахуй, ее убрали. Сити. Нихуя, блять, кого? F10, моя любимая кнопочка! Не, ребят, это вам просто кажется, что они с щитами. Это называется, когда ты взял десятку и уже просто так играешь, знаешь, типа дальше в плюс.
Слушай, ну я не сказал бы, что они прям мега сильно играют, то есть то, что их обыграть нельзя. Они слабые, они просто. Их реально можно играть, то есть с ними. Чисто мясо просто, понимаете? Нет, конечно. Меня зарезали, чё я должен говорить? Они такие хорошие, такие замечательные. Нам надо мнение урагана. Нахуй всё, я уже плачу, блядь. Даю огонь за цемент. Меня как будто мама любнём пиздить. Тут так же. Хорош. Пацан, этот, окно вверх. Ну похуй, ладно. То ли выигрываете, урагана получает, блядь. Блядь! Можешь, Олег, забирай. Я понял, блядь. Очень потом. Короче, у меня есть идея. Пойдемте, мы купим негив. Вот все покупайте прям негив. Уже поздно, ну пофиг. Мы садимся вот тут в углу. Друг на дружка. И сидим, все. Это отличная тактика. Все, идите сюда. Ну куда вы побежали? Алексей, вы куда? Мы назад идем. Нет. До свидания, блядь. А, я точно, тоже. Пойдем в туалете, сядем, нормально. Занято! Да пропусти. Занято, иди, пизду! Подвинься, Олег, подвинься. Ребята! Тихо, блядь! Надо, чтобы кто-нибудь приманил. Блять, Олег! Ладно. Куда ты Дим кинул? Я тебе нихуя не вижу. Сейчас ФПС умрет, блять, просто. А про нас уже знают, вы посмотрите, у нас уже как бы спалили нас. А как они спалили? Они сами, значит, все понятно. Не хочу выходить. Ладно, выходим. Туалетные утенки, наша банда. Ой, блядь. Ну, я знал. Блять, а на Б никого, да? И да, чисто здесь. Вон рампа есть. Хватит топать, Толя. А чё за хуйня, где все, блядь? Чики-бам. Смотри, я видел такое где-то. А, время же? Да, я тоже проебался. Блядь. Я думал, у нас там еще много времени. Времени так мало. Короче, смотрите, я начал стрим снайпить их, они сейчас на респе стоят. Нихуё. Все, сейчас двое на Б. На нахуй. Вот, одна еще на Б, 50 хп. Это все стрим снайп. Напихал. Одна каленая на. Вы решили поубивать их, да? А где бомба? Я походу. Да, вот одна каленая бомба. Нет, смотри. Я хотел зарезать! Спасибо, Калибра, лол, всем пиво. Я, кстати, твой мерч Олежа купил. Пожалуйста, убери этот позор, гей-клуб. А что не так-то? Ну, я тебе говорил, уже что не так. Спасибо. Спасибо, Костя, спасибо, Ник. Блин, меня сейчас на нож посадят, да? Да. Ну, конечно, они дрочат стоят на это. Олег, прыгай, просто прыгай. А, нет, один-один, нормально, выиграешь. Вообще-то не дрочит, девочки. Если она в туалете сидит. Да, подожди, стой, посмотри на значки в туалете, вот на эти ручки. Не-не-не, не в туалете.
Я лайфхаки смотрел в ТикТоке. Да все, бери бомбу, пленти, бля, похуй, выигрывай раунд. Не смотри, сейчас в затылку. Где бомба? Слева. Вообще, по-моему, внизу она была. Блядь. В смысле? Все, Олег, успеешь, нормально. С ножом беги, на саде сейчас, точно. Блин, я думал, бомба-то сверху. Олежа, Олежа. Да, конечно, некрасиво сейчас получилось. Тактика галактика, тактика галактика. А, это последний раунд. Не, ну в принципе можем. Вот сюда идемте, встаем все вместе. Вот сюда вот просто. Да не, давай нормально доиграем уже и это. Да не, я согласен, это нормально. Мы просто стекла пойдем вниз чистить. Пойдем? Ну. Ладно. Ой, флешка, только твоя? Нет. Это была моя. Уф. Сейчас на нож сажают, смотри. Убегает назад. Вардия навик. ОХП. А, там вообще за кустами какими-то сидит. Ну ладно, у нас за теров пойдет нормально. Да, это просто слабая сторона. За КТ ты имел в виду, пойдет. Это просто слабая сторона, ребят, не обращайте внимания. Да, вот. Мне нравится, как Леха такой. Первый час. Третья катка, блядь. У меня башка сейчас просто лопнет к хуям, блядь. Мид. Это Б. Это мид. Это понятно, понятно, у меня инсульт, походу, был, бля. У меня мышка тряслась, что пиздец. Да ну нахуй, блять, это. Это пиздец. Ну, слышь, ураган, они в геншине все 55-е ранги, блядь, ты с ума сошел, они тебя и там выебут. Нахуй КС, сливайте, пожалуйста. Если мы не можем выиграть, чё? Это! Охуеть, блядь. Без лица! Как она меня увидела? Не забей. Да просто девайсов сейчас не было. Сейчас закупимся и нор будет смотреть. Да, 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 да. Сейчас, подождите, я договорюсь. Давайте без ножах. Давайте реально договоримся, а сами не с ножами. Не-не-не-не-не, ну там мадамы, ты что, вот следующий можно еще. Какая разница, ты видишь, как они играют. Нормально, нормально, сейчас на ножах идем. По-моему, Лёх, как дела? У меня все хорошо. Я ни о чем не жалею. Я, говорит, блядь. На нож. Давай, Лёх. Давай. Короче, выкинь свои перчатки перед собой, они на скин поведутся, а ты режь. Я тоже так думал. Я так раньше делал всегда. Да, я понял, блядь. Оля, помни, что девочки слабые, полсилы применить нельзя. Эти девочки против этих девочек можно, блядь. На них это не работает. Это не слабые, блядь. На таких маньяк в бицепском парке, блядь, нападет, не дай бог, блядь. Пизды получишь. Я видел, блядь, так делали. Правее. Да пошли вы нахуй, блядь, со своей лестницей. Пизду вас, блядь. Не играю я в этот ёбаный вертиго. Ладно, погнали все мид. Просто все мид идем. Тактика, погнали. Галактика. Погнали. Это не выход, это выход. В данной ситуации, блядь. В данной это, блядь, единственный, я бы сказал, выход. Единственно верный. Бомба на базе у них. А бомба-то здесь.
Я предлагаю. Следующий раз создавать локальную сеть. Следующая заруба будет в Старкрафте, ебать. Где можно СВЧиц. Подожди, СВЧиц один, можно? Бля, такое ощущение, что они топают везде. Не, не могу СВЧиц прописать. Олег крадется, блядь. Сюда! Алло, алло! Нормально, сейчас, только не идите на, я реально хочу на ножах там хоть кого-нибудь. Так, ну, а, конечно, да, давай. Ну, пожалуйста, ну идите в МИД. Ну что, мы врач, что ли, будем, как бы? Зачем нам это надо? Мы просто побежим нормально играть. Лёхова это. Я понял, блять, B1. Да как не достало-то, как? Зевса должен был убивать же! А, да, ну ладно. Ну ладно. Ураган, тебя продинамили, понимаешь? Когда подкатываешь, ну что-то не пошло, блядь. Сзади. Скриньте! Скринь, что двоих зарезали, все, похуй. Если что, демку я сделаю. Я смартирую нормально. Режь третьего. Биско ушел. Блядь! Ну ты чё? Это всё! Мне пофиг, это вы меня, это того самого, я бы на нож пошёл! Это вы подговорили! А как же легко мы с вами поиграли? Это всё, они меня подговорили, не бейте! Нет! Вот и всё. Как тебе не стыдно? Она тебе доверилась. Кто? Меня подговорили, мне пофиг. Его никто не подговаривал, это было чистое его решение. Он говорит, я сейчас нож достану, забайчу, а сам пристрелю, чекайте. Да-да-да-да. Они всё врут. Да, нет, не врём. Вот дядьки по 30 лет сидят, представляют школьника, которому 14, я в шоке. Мы мужчины взрослые, мы не врём, мы не умеем. Да, я понял, все. Мы не такие, нет, все это неправда. Так, ладно, что, на этом заканчиваем, потому что уже сколько у меня? 3 часа стрим идет. Девчат, как вам вообще? Как по настроению? Как весело. Давайте. Не почувствовали легко! Если не нового, было бы, конечно, лучше. В принципе, ничего нового. Типа, все игру был до 23 игры. Ну не 4. Толь. Поэтому мы не могли в него играть. А можно, слушай, а можно я в следующий раз мальчика одного с собой возьму? Да, Лёш, да, я можно, думаю, да? мы повторим, может быть. Я предлагаю просто повторить, да, я тоже тогда одного мальчика позову. Давай. Блядь, и я позову! Кто лучше возьмет, посмотрим. Ну, я думаю, мы повторим обязательно еще в ближайшее даже, наверное. Вы девочки, вы мальчиков зовут? А можно вопрос? Можно. А вот почему каждый шоу-матч... Мы вас ебем! Мы заходим, вы нас обсираете, говорите, что вы нас выебите грязно, что мы мясо, а потом вы говорите, ну как, девчат, нормально все? Как сыграли? В следующий раз, конечно, состав другой подберем, получше. Так, Лёха, бля. Короче. Толь. Так вы нас обзываете вначале. Каждый шоу-матч, блин. Ни одного плохого слова мы не сказали. Ни одного плохого слова не сказали. Лёха заходит, ебать, девочки все красивые, с килограмм. Вообще-то да, блядь. Спасибо за игру. Спасибо вам. Спасибо. Вот эту дерзкую. Спасибо, то, что трахнули. Удачки, все, спасибо, удачи. Следак, вот эту дерзкую, пожалуйста, дай контакты, она мне понравилась. Вы нормальный? Блять, ты не ушел, что ли, Солян? Нет, спасибо, реально. Толь, спасибо, что всех собрал. Это 100%, это очень круто. Если ребятам зайдет, 10 колосей набрали, да, за очень короткое время. Я был рад увидеть и познакомиться с дохуя кем, потому что я вас не знал, типа. Вот, и приятно было, как скажем, ну, так скажем, вспомнить вот этот вкус, да, вкус вот этого солененького, знаете, такого, да. Недосказанности. Да, недосказанности, да. Нет, реально, девчонки, спасибо, вы охуенные, и, да, реально, вы крутые очень. Да, спасибо, ребят. Вы крутые. Не, серьезно, я, конечно...
Вот единственное, что говорит, я двух девочек позовем, там они, говорит, они играть не умеют почти. Ты можешь, говорит, Кириллом Варпачом, там вот Сашей Фоксом докидать, понял, да? Типа, ну, да, да. Выходит, три ебала дает, блядь. На ноге, блядь. Ну да. Ладно, девчат, спасибо огромное. Спасибо Лопарт Ураган, спасибо Лёшка Хартплей, спасибо Олежику, который убежал. Толь, от всей, от всех, от всех тебе спасибо за то, что всех собрал. Вот и все. А ну замутил. Да и похуй. А я чисто тебе скажу спасибо, то, что трахнули. Все. До свидания, хорошего вам. Обращайся, ураган. Блин, так приятно было, реально. Как будто на хуйне сегодня отпиздило мало. Вот так вот. Ух, жопа так заболит. Да, спасибо большое. Ладненько, давайте, девчонки. И вы, если что, да, если что, зовите. Там, если надо где-то пососать, то вы знаете, куда писать, блядь. Ладно. Не понимаешь, это наоборот должно быть. Но нихуя. Нихуя, братан, здесь так не работает, блядь. Все, ладненько, удачи всем. Все, пока. Давайте, пока. Да, спасибо. Блин, очень крутая катка, если честно. Я безумно вообще удивлен, то, что мы хоть что-то вообще взяли. Это вам на полном серьезе говорю. Сорян, ребят, еще раз. У меня дико заболела башка. Просто, блять, у меня, я думал, она сейчас взорвется к ебени матери. А, девчонки очень крутые. Там играла Вика Каспировская. Короче, все-все-все ссылочки есть внизу в описании. А, кто стримит, по крайней мере, ну, вы в курсе. Не знаю, что с башкой, надо что-то делать, потому что я стал замечать, короче, когда очень сильное вот, ну, на голову какое-то давление, знаешь, типа ржешь, как конь, еще что-то, и голова просто потом, я сижу, знаешь, у меня такие прям, знаешь, удары, именно почему-то в правый висок, с правого налево, знаешь, такой бах, я сижу, и она, знаешь, такая боль такая, она такая сдавливает, и потом хуяк резко, бля, и потом сижу, у меня, знаешь, прям резко такое вот, как будто на башку, знаешь, вот давит кто-то, навалило. Поэтому огромное спасибо всем за актив, это реально было, ребят, очень круто. Если хотите, можно, можно на сайтец, в принципе, ворваться, посидеть, почилить, если хотите. Как раз с вами за жизнь пока потрепимся. Я думаю, да, давление, не-не, я думаю, это давление реально. Потому что, ну, возможно такое. Хотите? Давайте. Вообще на изичах, да, давайте ворвемся на форсик, пока посидим, я маленечко посижу. Поотвечаю, кстати, на ваши вопросы вообще изи. Давайте просто пообщаемся с платным, бесплатным подписчиком, какая разница. Так, сейчас я пока донатики, да, зачитаю. Да, и постараемся что-нибудь выбить хорошего. Пока посижу. Пока что посижу, покручу ножи. Black School, ну как так проебывать бабам? Надо наоборот показывать им, как надо играть. Бро, эти девушки играют 24/7 и являются либо про, либо полупро игроками. Большинство из них, по крайней мере. Поэтому здесь братишка так не работает. Так что как-то так. Сашка, передай девочкам, если они подадутся в пятом раунде, я готов всем сделать мультикулилингус. Казах, Леха, Леха, что такое красивое, желаю удачи тебе и твоей семье. Ты нереально поднимаешь настроение, надеюсь, беда обойдет тебя стороной. Надеюсь, ты и дальше будешь лучиком позитива, блин. Ребят, казахам всем привет, я знаю, что вас очень много меня смотрят. Здрасте всем, всем огромное спасибо. И спасибо, кстати, за платные вот эти ваши сабы. Вас очень много подписывается, за что вам огромный-огромный респект. За платные, бесплатные, ребят, подписки, огромное спасибо. Есть, кстати, одна еще новость, я пока кручу, пока с вам расскажу. Есть одна очень крутая новость, то, что у нас теперь выходит по два видеоролика в день на канале Hardplay. Вот, записываю я их все в офлайне. Так что, как-то так, смотрите, делаю я это для того, чтобы на учебе, на работе было чем вам заняться. Так что, приятного-приятного вам стрима. В этот выходной, в субботу, сразу скажу, идем с вами на рыбалочку, потому что хотели на заброшку, но рыбалка сейчас более актуальна, потому что погода, последние денечки теплые, так что пойдем на рыбалочку, ребят, вместе с вами залетим и сделаем очень-очень крутой стрим. Если получится, полетаем с вами на квадрокоптере, покажем, что мы можем в плане камер, короче, все-все-все-все-все вы увидите, и очень круто с вами почилим, рыбку половим. Чего? Not bad. Так что как-то так.
Да, я мечтал в этом году сходить на рыбалочку. Вот наконец-то вот я. Мы, короче, подумали, просто плюнули и пойдем. Если что, да, если что-то поймаем, сварим уху, возьмем с собой котелочек, поготовим. И, короче, если наберете лайкосы, прям спойлер такой, чисто, знаете, вот для своих, да, так скажем, кто остался на стриме, возьмем с вами и. Обязательно с вами этот, как его. Короче, банку сюрстреминга я взял. Так что для вас будет челлендж на стрим. И я думаю, сюрстремингом что-нибудь замутим. Она уже готова, если что. Так что как-то так. Да, нам предстоит очень много, ребят, по заброшкам кататься. Уже план есть, все есть. Мы прям готовимся вообще прям по полной программе. Очень хочу, чтобы вас порадовать. Потому что есть и дальние очень заброшки. То есть придется ездить. Так что как-то так. А, у меня почему-то стикеров нет. Почему? А, все эти. А, травануться жестко можно тухлянкой. Ну, не знаю. Мы, я думаю, что не каждый даже останется за столом, чтобы открыть эту банку. Что-то мне так подсказывает. Лех, расскажи все по происшествию на заброшке. Не, не буду рассказывать. Там очень интересные такие были вещи. Во-первых, ну, чтобы просто вы понимали, вот это последнее, что случилось на заброшке, мы вообще не поняли, что это за херня, потому что, ну, мы реально разом все это услышали, это, ну, говорю как есть, не постанова, ничего, то есть мы реально очень-очень испугались, но по чесноку говорю, как бы, я не считаю это стыдно, что не стыдно, мы просто все обосрались, потому что никто не понял, что это за шаги. Ну, там прям четко, прям бам-бам-бам. Ну, там, я не знаю, там на стриме, наверное, даже все услышали. Типа, что это такое, что это такое. И мы, короче, щеманулись. Самое главное, что мы нашли оборудование. Пропали провода, короче, не смогли найти. И два роутера, короче. И еще там какая-то, ну, мелочь. Ну, как мелочь? Как бы, ну, по сравнению с тем, что могло уйти, это, поверьте, мелочь. Вот, но все, что не делается. Ой, бля, все, что не делается, все к лучшему. Поэтому, в общем-то, вообще абсолютно я не парюсь. Это такой рабочий момент. Так что как-то так. Слили мне еще информацию про это место. Так что очень-очень интересно. Очень интересная вещь. Видос про сонный паралич в субботу выйдет, кстати, тоже вам спойлер небольшой. Видос про сонный паралич у Димона Масленникова, про первый его выпуск, выйдет в субботу. В субботу, да. Так что как-то так. Бля, да что ж такое? Ну что, контракты из трех ножей, как в старые добрые. Погнали. Из четырех. Будет ли прохождение кампании в Call of Duty? Ничего, мы с вами договорились, ребят, ничего не обещать. Я могу сказать, импонирует мне или нет эта игра. Да, она мне импонирует. И с батлой. Я знаю, что выходит новая батла. Я бы тоже очень хотел ворваться. Так что, как-то так. Кинчик хотите? Вообще без проблем. Давайте, давайте, вы меня сегодня очень круто поддержали. Я с радостью, ребят, посижу. Если вы не против, ребят, я немножко только, ладно, прям небольшой перерыв возьму. Надо голову в порядок привести, надо за таблетками сгонять. Какой-нибудь темпалгин, что ли, купить. Что, какая таблетка? Таблетон, какой хороший. Темпалгин или цитрамон, да, наверное, что-то вот такое. Я просто особо таблетки не любитель хавать, но что-то у меня прям висок стучит очень сильно. Будет ли фильм сегодня? А 10 колосей есть? Мы же с вами забивались. Конечно, конечно будет, ребят. 10 колосей, да. Ребят, измените название стрима, типа, ну, что-нибудь интересное напиши, Мидас. Как называется? Нурофен? Нурофен в капсулах, заебись. Все, понял. Спасибо. Мик Нурофен. Спасибо. Завтра на свою игру пойдешь? Братишка, смотри, давай так, Колян. Очень хочу попасть на свою игру, очень прикольная тема, сразу говорю. Пятница у меня день свободный. Если вы начинаете в 8 вечера, мне надо в 3 часа быть у Red Bull. Но там, в головном офисе Red Bull, нас типа, ну, приглашают, там надо кое-что обсудить, проекты определенные. Тоже вам такой инсайт небольшой. Вот, фишка в чем? Фишка в том, что
У меня на все про все. То есть в 3 мы будем на месте, Толь. Мне нужно вернуться с Москвы. Это пятница. Я боюсь, как бы не засандалиться где-нибудь в пробках. Понимаешь, чтоб, Толь, я не подвел. Давай, знаешь как, я тебе точно могу сказать. Просто, если есть замена, брат, если есть замена, то все окей. А, завтра с 20 по 23-24. Их, блядь, конечно, я... Ого. Слушай, конечно, я приеду, дядь. Конечно, конечно. Да, ну, я могу там на час опоздать. Типа, потом там ворваться. Но я очень постараюсь не опоздать. Потому что, ну, игра прикольная, и аудитории моей будет очень это интересно. Так что вообще на язычах. Давай, давай, знаешь как, я оттуда поеду, Толь. Еще проще сделаем. Оттуда буду выезжать. Я включаю навигатор до дома. Тебе звоню на сотовый, скажу, брат, там, допустим, ну, на, ну, подмени, если что, окей? Там на час, на два. Я тебе прям точно скажу, во сколько я в студии буду. Фира, спасибо тебе большое. Спасибо, красотка. Спасибо. Так что, блядь, что-то я творю какое-то несусветное тут. Ну, такие бабки контракты летят. Так что как-то так. Не, книги, ребят, сегодня не будет. Книгу мы сегодня не планировали. Можно кинчик посмотреть, почилить, ребят. У меня просто, правда, башка болит. Сейчас надо немножко, ну... Старость, блядь. Старость. Фирочка, спасибо огромное. Спасибо, мне очень приятно. Псейдон сложно продать будет. Блять, Посейдон надо было выводить. Нет, его несложно продать. Сейчас, наверное, градик заберу. Блять, на 400 тысяч контракт. Дебил. War Thunder нет. War Thunder точно нет. Потому что они просто пока пропали. Mountain Blade, возможно, да. Честно, знаешь, во что хочу поиграть? City. Бля, опять забыл название игры. Напомните мне игру. City... Как-то я упустил эту игру, а мне такие игры, ребят, очень нравятся. Бля, как же она... Вот помогите. City Skylines, спасибо еще раз огромное. Блядь, вылетает из головы название и все. City Skylines, да, без модов, без ничего, там посидеть, поковыряться, типа... Знаешь, очень-очень залипательная игрушка. Сядем с вами, попробуем поразбираться, по-моему, будет очень интересно. Вот, так что как-то так. Нужно допройти, кстати, этот. Визаж я не забросил. Кстати, а сколько на визаже лосей? Просто подскажите на последней серии. Десятка есть? Десяточка, ребят, уже набралась там. Если десяточка набралась, надо еще одну серию делать. 10 есть? А, ну все тогда. Надо этого сделать визажик. Визажик надо сделать. Вы тогда там еще комментариев поднакиньте, кто-нибудь поспамьте. И ворвемся с вами. Слушайте, может градик вывести, а? Вывести градиент. Он нормально зайдет. Сколько градик на маркете стоит? Слушайте, а у меня градика нет на продаже. А у меня градика нет, ребят. Я думаю, надо забрать его. Давай заберем. Если он есть, заберу. 88 тысяч рублей за 75, он прям отлетит. Да, он есть, я забираю градик, ребят. А это мы просто продадим, чтоб бабки еще засейвить. Хорошая проходочка, я еще и в плюсе, прям в хорошем. А, Лех, когда будешь бороду подпривать? А, в смысле, я скоро поеду, я поеду и... А, просто я сейчас волосы немножко тоже типа состриг. И бороду тоже поменьше хочу. Посмотрим, я не знаю, ребят. Может вообще на зиму наоборот отращу. Не знаю, как знаешь, это типа такая вещь, которую я никогда не задумываюсь. Это такая, знаешь, рандомная, в голову приходит. Типа погнали, погнали, и все, и поехали.
Чичковые. Блин, может что-нибудь открыть? Аноним, спасибо. Да, надо заняться. Ты прав. Надо заняться. Можешь залететь. Может, VIP крутануть. Давай по 150 VIP крутанем. У тебя на балике Hyundai, я знаю. Я знаю. Я слил 1,6 миллиона, ребят. Не так давно. Кто там видел стрим? Я очень много слил и камбэкнул, но это было очень опасно. Я прям паузу брал хорошую. Очень опасная вещь. Всем хорошего настроения, спасибо. Лёх, Mass Effect планируешь? Проходи второй, третий. Ты знаешь, я пока не знаю, правда. Я сейчас все свое внимание хочу уделить одной вещи, которая мне дико импонирует. Это контент, именно связанный с... заброшками, правда, заброшками, всякими выездами. Я правда очень хочу сделать, ребят, чтобы вам было интересно это смотреть. Поэтому как-то так. Как-то так. Так. Капитан, окей. Джимурат, спасибо, брат. Спасибо, окей. Сейчас поедем в аптеку, я сейчас заеду быстренько. Что-нибудь возьмем. Блин, мне так хорошо. Вот честно, я бы сейчас даже больше не играл. Я бы сейчас вывел еще что-нибудь. Или попробовать перчаточки подороже. Давай перчатки попробуем затулить. По заброшке что случилось? Давайте просто я это оставлю за кадром. Там очень интересные вещи случились, которые, если честно, мы особо... Мы просто предполагали, что рано или поздно может такое случиться, но что вот так вот это все будет... Тут, ну, такое. Стрим с рыбалки в субботу... скорее всего, часов в 8 вечера. Наверное, начнем в 8 и прям посидим, поговорим с вами, почилим. Блин, очень крутой стрим будет. Очень крутой. Не алкаши там были. Там, ребят, были не алкаши, там... Ну, просто пока не хочу говорить. Я... Будет, когда разбор этой заброшки, то как бы это... Увидите, короче. Ну, я вам так скажу, у нас вся команда немножко охерела. То есть, такое себе. Как скоро планируешь в Escape of Tarkov? Когда я поеду в пойду в Escape of Tarkov, меня пригласили разработчики игры к ним в Питер. Мы поддерживаем очень хорошую связь. На стримфесте мы познакомились. Огромнейшим уважением к ним пропитался прям... К разрабам очень открытые, крутые люди. Так что я, скорее всего, сначала туда прокачусь, пообщаюсь с ними, а потом уже залечу в саму игру. Потому что, ну, честно, для меня безумно приятно, когда люди идут на контакт с не только там со стримерами. Они очень-очень-очень приятные ребята. То есть разрабы Таркова, еще раз привет огромный. Они правда крутые. Я вам честно говорю, то отношение вот к своей работе и вообще ко всему, очень крутые, ребят. Можешь ли ты назвать себя миллионером? Конечно, конечно. Это тут, ну... Если я скажу нет, ну это неправда будет. Так. Блин, выформить бы... Блин, ну автотроник столько не стоит, я бы его вывел. Столько не стоит. Давай еще раз попробуем.
Мы немножко, да, сейчас переделали ролики. Насколько вы заметили, ребята, когда я в офлайне снимаю, я немного по-другому стал ролики делать. Можете на Hardplay на канал зайти, посмотреть. Я, правда, не знаю, какой вам больше формат заходит, но, по-моему, так ролики более круче, ну, получаются. Блять, изи просто плюс 300. Еще и скин вывел. Можешь остановиться. Кто будет крутить, открывайте вот эти вот. Если кто-то по-крупному будет, и в ножах может реально выпасть вот это вот автотроник. Он сегодня очень хорошо падает, но просто его тяжело продавать будет. Он тяжелый в продаже нож. За 100 тысяч его не заберут, 1000 за 70 он уйдет. Я бы стопанулся, да. Сейчас проиграю, как в тот раз. 1.5 ляма просто улетит. Я прям чувствую это. Я, наверное, тормозну. Да, я вывел градик авапу. Давайте сразу посмотрим, пришла она, не пришла. Да, градик на месте. И все, лучше вот так вот, лучше остановиться. Давайте я сразу его так вот сделаем и все. Так, братцы, я беру сейчас небольшой перерыв. И давайте так, если у меня башка сейчас не взорвется вообще к чертовой матери. Я сейчас съезжу, давайте, хорошо? Сейчас я музыку выключу, секунду. Давайте мы сейчас сходим. Я куплю таблетона. Если все окей, у меня башка не будет сильно бросить, то мы с вами залетим и посмотрим кино, хорошо? Если нет, не переживайте, мы его завтра посмотрим. Просто честно, я сейчас очень хочу, правда, сам кинчик посмотреть. У нас уже фильм скачанный лежит. Охеренная, охеренная комедия для всей семьи. Так что можно будет залететь. Привет, Лех, моя была на УЗИ, она беременна. Наговорили всякие ужастики, надеюсь, что все хорошо. Дядь, это может быть все такое, знаешь, типа, все это так преждевременно. Все, ребят, всю инфу кину в телегу, хорошо? В телеграм-канал Hard Insight, залетите, пожалуйста, подпишитесь, и будете всегда в курсе, потому что YouTube хер пойми как присылает. То есть он оповещение может прислать, может не прислать. Просто в телеграм-канал залетайте. Там есть чат, а есть оповещение. Кто хочет в чат, тоже присоединяйтесь. Спасибо, ребят, всем спонсорам. Кто спонсирует, нажал кнопочку, но в онлайне, в офлайне. От души вам спасибо. И добро пожаловать. Спасибо, ребят. В закрытом телеграм-канале я также очень часто сижу, общаемся. Девчонки, подписчицы наши сидят. Это все, кто от элиты и выше подписка, может туда попасть. Просто держу в курсе. Такая небольшая благодарность ребятам, кто меня крупно прям поддерживает от косаря и выше. Все, всем добра, бобра. И на связи, сейчас телегу, ребят, всю инфу кину. Просто надо с башкой еще немножко разобраться. Но кино очень крутое, очень хочу его посмотреть. Удачи вам, берегите себя.